Классический чил. 26-й день, кстати, уже идет, а у меня нихуя-то и нету. Нихуя-то и нету. Заданий у меня тоже не особо. Ребята плюс-минус одетые во фронте, могут жить. Как мультиплеерный разраб. Здорово. На Unreal'е то впиливать мультиплеер в сингловую игру — это док. А тут на игре с горой переменных. Угу. С закрытым кодом. Угу. На энтузиазме. Да, это жестко. За такое надо памятник ставить. Это жестко. Ролим ближний бой, защиту ролим. Хуёво нарулил защиту адово, хотя бы троечку бы. Ну и тогда, наверное, надо взять еще стамины. Такс, и я вот думаю, а стоит ли мистера Виспера... Мистера Виспера. Мне кажется, нам нужно героев-копейщиков поменять местами, потому что у них... Я бы вообще Виспер дал какую-нибудь двуручную пушку по возможности, которая нормально разъебывает, потому что 78 это уже серьезно. И я могу взять мастерство. Спасибо, братан, обнял, поднялся, ништяк от души, братка. Рахмет, рахмет, саубол, баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, анау, манау, сыр, бзау, возим, блезн, гой, видал, туда-сюда. Угу. Не, спасибо. Сегодняшняя фраза стрима — нет, спасибо. Тут брать не могу. Возьму двужильного. Всегда брать двужильного, потому что это пиздец. Они сейчас, когда тяжело одеты, им очень и очень плохо. Вот лукарь в то же время. Отлично качается, стрелок прекрасный. Резолва прямо нету. Он очень быстро убегает, надо ему подкачать. Ну и мастерство лука по возможности. 25 выносливости, острота зрения увеличивается. Все, лучник у нас готов. По деньгам 1000 рублей. Чтобы купить нормальную двуручную пушку, нужно потратить... Нужно потратить денег. А денег... Ебать, тут дичи, кстати. Мясо свежее. Испортится через день. Так, ну это все чепуха. Точно, я же варваров тут набил, нахуй, да, по башке. Тоже залупа полная. 217, когда она стоит 245, нормально. Палка дерьма, рога. Я думаю, сетку, кстати, взять. Мне она понравилась, когда ее караванщики кидали. Выглядело стильно. Так, это мы точно не тратим. Льняную тунику тоже пока не будем тратить. Сортировка. Это как будто все нужное на самом-то деле. Как будто все нужное. 1600 рублей имеется. Чтобы взять двуручное, чтобы ебало. Цепь есть, блядь. На три клетки хуярит. Можно цепухой стоять и хуярить на три клетки. Что это вообще такое? На две клетки. Пока терпим. Пока терпим. Тут ничего взять нельзя. Это псарня, да, там стоит? Псарня. Кузница. Вот в кузнице можно посмотреть что-нибудь. Но нужно нормальное. Нужно что-то, чтобы могло хорошенько так трахать. Стрелкам резолв не очень нужен. Когда будет сержант со знаменем, будет достаточно. Резолв нужен только если стрелком, этим стрелком запугивать. Но он просто убежал в прошлый раз, когда его даже не трогали. Меня это выбесило. Вот такую хуйню надо брать. 2500, бердыш ебаный, 75-95. Вот это он ебашит, нахуй. И давать какому-то нашему центровому воину, который смог бы просто разбивать любого. А двуручный боевой топор так вообще 8-100, Есть палка, двуручная дубина. Большая деревянная дубина с шипами в конце. Попадание заставляет, выбивает дух. Блин, крутые вещи. А это вообще пиздец. Надо немножко подзаработать. Самую малость надо подзаработать. Ладно, возвращаемся. Жрать пока есть, чё? И это хорошо. О, написано даже, кто сколько потребляет. Тема. 47 голды, цепь неплохо ебет. Да у меня пока, у меня в принципе ребята могут держать удар. Понимаешь, в чем дело? Ну вот кроме этого мужика. Хотя этот тоже может держать удар. 102, 150 на 120, 40 на 75, 105 на 115 и 55 на 85. Ну, кстати, вот этот как будто слабенький. Лексик.
Но этих пацанов мне, в принципе, до пизды, потому что к ним никто не подходит. А еще я два чека могу взять. Но я хочу одеть сейчас центрального пацана. О, есть работа, ништяк. Так, найти место поплутать и получиться. Проводить караван еще есть. Вооруженный гонец или ужасы в лесу на 3. Просто ради того, чтобы получить пизды за дезморалиться на сегодня. Конечно. Где это? Угу. Пошел. Как раз к полудню приду. Это людей спасать, да, надо? Это ваш шанс. Нужно освободить людей как можно скорее. Они знают, что вы здесь. Я так понимаю, на этот квест нужно очень много людей, братишек, чтобы разбивать эти ебаные яйца, и из них не вылуплялась всякая хуйня. Тогда, возможно, это сработает. А так нет. Максон, подари одноглазому мое имя, пожалуйста. Окей, я постараюсь. Так, можно мне сразу увидеть, как мы вообще располагаем себя? Так, так, так. Угу. Угу. Ну, как будто встать вот сюда и в стену копий не ошибка, чтобы закрыть все три тайла здесь пока что. Пока что. Тут можно разбираться с этим кризисом. Ты просто постой. Где второй копейщик у меня? А, вот он сейчас пойдет, кстати. Встанет тоже в стену копий здесь. Подвинься сюда. А ты не можешь. А почему? А, потому что он закрыт. Угу. Он не может двигаться, потому что он в паутине, я не понял. Просто стой, впитаешь за страну. Нормально. Это мой челобос. Это челобос здесь. Это челобос здесь. Ждем. А, вот они начали появляться. Сука, я не успел, кстати. Ну да похуй. Тут если что-то этот дядя впитает. Вот это плохо. Вот это супер хуево, что он смог сюда встать. А кто у меня умеет меняться местами с лукарем? Кто у меня умеет меняться местами с лукарем? Кто с рокировкой? Виспер с рокировкой. И все. А Виспер вот здесь. Лучник, было приятно с тобой иметь дело. Ты хороший парень. Ну, произошло, что произошло, да? Так, ну встань сюда. Достань друга. Достань друга. Достань друга. Дерись, блядь. А друга не достали. Я думал, он два раза его дергал. Минус 41%, полный пиздец. Выйти не получается, потому что лучника закрыли. Ладно, я посмотрел, кнопки раскликал, правильно? Кнопки раскликал, вся фигня. Теперь берем нормальные квесты и потихоньку начинаем двигаться и прогрессировать. Найти место должны сопроводить караван или вернуть предмет. Я верну предмет, давай лучше. Была одна девушка, обсудим плату. 500, 590 крон, идти по следу и кого-то найти. Сможем. 14 воров. У нас всего 6 человек. Блять, ну, кстати, уже числовое преимущество ёбнутое. Но у них всего лишь сброд. Это не может не радовать. Это мод, да, это мод называется Legends. Ну, пес решил самоубийца. Если мы попадем, конечно, к нему. Так, я не вижу смысла уродоваться, поэтому давайте сначала забирать тех, кто не носит шлем. Да? Автоматически происходит попадание по башке, когда чел шлем не носит от лучника. Потому что мне кажется, что нет. Но слишком уж часто Клара попадает по голове. Бу! Испугался? Нет? Очень. А зря! Практически постоянно в ебало попадает. Тобой. Адские черти притаились во тьме и готовят свои ректальные орудия. Собаку убивать надо. Есть проблема. Она, сука, не дает стену копий встать. Много у них инициативы. 66 не попал. 66 попал. Ну вот сейчас, к сожалению, получится так, что ничего не получится. Пиздец. Не очень гуд. Как будто надо клэшиться, но клэшиться неким. Можно вдвоем встать с копьем сюда и начать ебаться. Сюда ударит копейщик, убьет, встанет. Сюда встанет мужик, да. Пора. Надо просто ебать их.
80%. Бывает. Кто ж спорит? Встать сюда, ждать. Встать сюда, сверху зайти нельзя. Сейчас побежит, он просто умер. Собаку пока не пускаем. Лучник уже сходил, к сожалению. Так, ну тут с наскока 48 или 62. Забираем вот этого. Двое побежали. Замечательно, хорошо, что тоже побежал. Какой двое, блядь? Раз, два, три, четыре, пять человек побежало. Пять человек побежало. Так, пацаны, которые не носят. Давай со второго. Обидно. О, будет удар. Но удар калечный. Донаты вернул? Yes, yes. Ну, пока все получается, конечно. Дед мужик будет через куст штрыкать сейчас. Так, а что я хочу? Ну, я хочу не дать закрыть, прежде всего, и ёбнуть сюда. Тут я хочу помочь копейщику и ёбнуть сюда, и он побежал. Надо встать сюда. А, они все побежали. Они побежали все, кроме одного мужика. Постараться закрыть, кого есть. Тут тоже мы близки уже к тому, чтобы побежать. Все, бежим все нахуй, да? Один, блядь, остался один мужик с балалайкой, блядь, симпатичный. Собак спускаем прямо сейчас. Ну, мужика надо с балалайкой пиздить. 33%, хотя, конечно. Но ты слишком близко, мужик. 65 на тот свет и куда-нибудь, скажем... Я даже не знаю, не хочу тратить ни в кого, наверное, патроны, но пусть будет сюда. Блять, а на всех вам, вы говорите, нет, нет, но он всегда попадает в голову тому, кто не носит шлем. Всегда, блять. Как можешь стоять ты? Без башки, мужик, еще один. Так, это встать сюда, ёбнуть, убить. Тут догнать одного. Тут спустить собаку и убить. И собака погонится за кем-то сейчас. Вот за этим, скорее всего, она погонится. Она его съела, нахуй, тоже. Догонять, догонять, нахуй. Догнать, догнать, как можем, блядь. Отлично. Что думаете, пес догонит? Так, ну тут дальше ждем собаку. Он почти уже съебался. Да, он просто отступит. К сожалению. Все. Трофей. Да что у них может быть, у этих бомжей? Ну, плюс 500 получается, да? Пора забрать нашу плату. Берем чисто сейчас качеством, а не количеством. 6 человек, но хорошо одетые. Так, вы видите мальчика, девочку, девочка тянет руку. Ну ладно, вот и оставайся там, пока не помрешь, как будто мне есть какое-то это дело. Мальчик его спрашивает, не могли бы помочь снять кошку с дерева, подняв голову и видите на ветке кошку. Конечно, сними. Плюс один навык боя. Наконец-то у нас появилась еда. Они будут ее кушать. Ну, кушайте, кушайте, да, детишки, конечно. А, мы, блядь, ебучее знамя взяли. Нет, блядь, ебучее знамя. Как плохо-то, блядь. Как плохо-то, блядь. Мне нужно было... Мне нужны были эти деньги для другого. Левое, левое, левое ухо, правое. Правое ухо, левое, правое, правое ухо. Левое, правое ухо, левое, правое. Центр, центр, левое, правое ухо. Стерево. Стерево, блядь. Пу-пу-пу. Избавляемся от одного копья, второго копья. Залупа молоточек. Шапки по 35, кстати. Шапки по 35. А у нас что надето? Стёганка 55. Тут что? 15. Давай шапочку. Шапочка 35. Тут стёганка на 50. Тут на 35 тоже. И тут... На 50 и на 50.
Да, нормально тогда пока. Пока нормально, пока нормально. 10 человек можно взять в отряд. Но я говорю, мы пока берем... Хотя одного пацана взять и дать ему тоже совну еще. Типа у нас один вот с копьем, еще одного с совной взять. И как будто потом уже вкачиваться. Так, ты у нас будешь мега пихарь, так что давай, становись им. Двужильность имеешь? Ну он тоже может уже брать специализацию, конечно. Придется потерпеть. Ты у меня шахтер. А ты у меня дева щита, да? Да, интересненько, интересненько. Кто у нас тут есть-то способный парень? Есть охотник, портной, вор. Мастер по изготовлению луков, кстати. Здоровяк за 620. Лесоруб. О, давай лесоруба и потом ему просто топор дадим. Он немножко покачается сзади. Так, меня там просил одноглазого поменять человека. Одноглазый у меня... дай мне одноглазого. Гэнг-бэнг, блядь. Гэнг-бэнг. Он, в принципе, кстати, одет относительно неплохо. И дать ему вот эту хуйню пока что. Как-то так пока встаем. Нет, лучше так. Как-то так пока встаем. Сам он охуеть, кстати, попу здоровяк. У него таланты отличные. Вот тут не повезло, конечно. Но в остальном отличные таланты. Он счастливчик. У него крепкие руки. Это, кстати, хуево. Для него это вообще до пизды. Ну и он 91 в любом случае свой получит ближнего боя. Да, он классный. Он неплохой. Он неплохой. Поп-поп-по здоровяк. Дальше. Гонец у нас. Пройдите местами, сопроводить караван 2. О, слушай, сопроводить караван 2. Поехали. Какова плата? У меня сейчас туго с кронами. Хорошо. Едем. Едем, встаем на лагерь. Это же ты меня взял в отряд. Ведь да, ведь да. Не, ведь нет, ведь нет. Все качаемся, ребята. Все тренируемся. Все, лагерь. А, еще выбрать цель надо. Пока все хорошо, нам следует лучше организоваться. Я буду собираться назначить сержанта, который будет воодушевлять вас. Дикие чудища поселения. Нам не помешает поддержка. Стрепуха разведчиками и другие. Но я думаю, скорее всего, надо брать сержанта, потому что это тоже несложно. И вот он уже есть у нас, да, на шару. Перевесь, все радостные, счастливые. Леон стал сержантом. Теперь что? Мы играем благородных домов, они играют опасные игры. Доступны контракты. 1050 очков известности, южное государство. Отправимся в пустошь. Обнаружьте руины лагеря или иное враждебное место, следуя мир, зачем разожгите и разграбьте его. А все руины, которые я до этого не ходил, не считаются? То есть нужно по новой искать? Я же не могу зайти в какой-то уже текущий исследованный и сжечь его. Как будто я бы вот попробовал. По новой. Тогда я возьму эту хуйню. Все, все наемники тренируются, едем, ребята. Едем, 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 едем. Ты учти, что когда цели выполняешь у отряда, чтобы... Подожди, отряда мобов в мире становится сильнее. Уебанство, кстати, да? Я вообще фанат такого мира, знаешь, который, в принципе, не то чтобы разделен, да, но который не развивается вместе с тобой. Хотя, ладно, похуй, разделен на самом деле. Чтобы были high-level локации, low-level локации, где ты можешь делать... Ой, блядь. Ебучие разбойники, блядь. Причем в размере 17 чека. Ну, мы наигрались, между прочим. Я не думаю, что мы эту схватку переживем. Но тут будет с наскока, конечно. Так, я смотрю, вы не носите шляпы, ребята. А вот, действительно, не в голову в этот раз. Так, есть кого пырнуть, но пока нет смысла. Отлично, одну собаку почти что ёбнули. Тут получится сделать потом удар и встать в стену копьев, что тоже замечательно. Но сначала надо попробовать ударить мистером сержантом.
Я, кстати, перевязь на него забыл одеть. Я ее получил, но не надел. Я не думал, что мы будем драться. Ждем. Тут надо убивать собаку. Хорошо. Но дудка у него появилась, и на том спасибо. При условии, если я встану ниже, я не пущу его на эти высоты. Но я не смогу держать здесь. Но здесь у меня крепкие пацаны стоят. Так что мне до пизды. И здесь тоже. Ну все, погнали. Работаем. Собаку спускать пока рано. Там голый мужик вообще ни с чем. Он камни кидать будет. Я бы, кстати, мог встать сюда. А, сюда нет, не получится. Хотя да, мог бы. Этот чувак заколышется сюда, и мы его тогда убьем. Давай так, давай начинать. Давай начинать, нахуй. Пусть его могут начать пиздить, но только с одного тайла. Он выдержит один тайл. Тут уже похуй, ребят. Тут уже похуй, стоим, ждем. На приеме. Собака нахуй пошла. Решила пиздить другого чувака, но он должен тоже победить ее. Они думают. Не готовы входить. Это хорошо. Так, ну и теперь ищем парней без шапок. То есть тебя выжило? Еще раз? Хорошо. Они уже как бы не очень хотят сражаться. Думают. Камни кидает мужик, так и думал. Собаку убираем нахуй из уравнения. Ждем. Так я и думал. Удар. Удар не произошел. Шаг назад он, наверное, не отпустит нас уже. Ну, придется штрыкать. Вот только кого? Наверное, других людей. Самый крепкий, кстати, зашел. А он еще порядок нарушил. Он встал и потом щит включил. А надо было, на самом деле, щит включить и потом встать. Хотя ему, по сути, до пизды. С щитовиками самые большие... Вот так, вот правильный порядок. Вот правильный порядок. Надо пиздить мужика, который внизу с щитом, потому что он может создать нам проблемы. Тут тоже надо штрыкаться уже. Блин, крепкие типы в доспехах, охуеть на самом деле. Надо убить еще буквально одного-двух, чтобы они обосрались. Тоже заход. Готовится. Ну, встанем. Деваться некуда. Смотрим. Так. Доспехи будут наши. Да тут бы, блядь, чтоб все выжили еще постараться, потому что они хорошо одеты. Видишь, сука, что делают? Еще этот мужик с топором. Спасибо за нажатый... Но у него нет брони. Копье ему будет нормально сейчас ебать. Так, стена копьев снизу от караванщика, кстати. Я думаю, собаку спустить. Так, ну и вот тут у нас вообще начинаются огроменные проблемы. Надо убивать. Сука, он не убил его, прикинь, хотя башки не было. Чтобы каким-то образом мораль их подавить. 65%. Сука, 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 сука. 75, 34. А что за штраф? Клеток и линия заблокирована. Ну вот в упор стоит мужик, у него он без брони. На самом деле он без брони. Блять, ну это просто ад. Все сложнее и сложнее с каждым ходом становится, когда такая хуйня ролится. Типа еще буквально... Щита нет у копейщика. Мудила сломала ему щит. Надо бить типа без брони. Убивать надо. Ну лучше. Трое побежали. Сразу в стену копьев. Отлично. Значит, что сюда не зайдут. Так, так, так. Да-да, давить надо. Блять, и, конечно, по броне, а не по башке. Кого бы ёбнуть? Ну вот тип без брони. И еще удар. Хорошо. И они побежали оба. Вау! Втроем побежали даже. Охуеть! Потеряли щит, но копейщик в итоге, благодаря тому, что броню мы здесь сбили, отправил их всех нахуй бежать. И еще двое сзади. Тоже прекрасно на самом-то деле. Да я, наверное, даже встану в стену копьев здесь сейчас тоже. Потому что у меня раз, два, три. Ну, этот бежит. Двое. И их не пустить. Нормально. А! Нихуя себе ты осмелевший. Вот и не ошибка, видишь. Вместо двух ударов
дал два удара. Ладно. Ну, туда то на то и вышло. Интересно, удастся ли пустить собачку сейчас? Ну, вот тот, кто не сдается. Отлично. Так, тут с наскока 64. Отлично. Этого тоже уже не отпустят. А ну-ка, 82%. Не, блядь, по ноге. Коленная чашечка. Что такое? Бегать хуёво теперь? Теперь собачка догонит, блядь. Теперь собачка догонит. Так, этого не отпустить. Что-то случилось? Окей, все хорошо. Да я даже не знаю. Давай пиздить того, кто у нас тут стоит. Так сказать, получать удовольствие от жизни. Здорово, здорово. Собаку вперед. Но она начнет жрать этого типа, к сожалению. Да, и они убегут. Блин, повезло им, что у них сверху остался мужик с щитом на самом-то деле. Это я спустил собак. Бля, собака, она еще грызет его. Ну хотя бы этого не отпустит. Догнать, догнать. Кого сможем, догоним, кого не сможем, не догоним. Здорово, Крабье. Я на радостях тебе скинул там, что вышел мод Аномали в коопе на Сталкер, представляешь? Ну, он, конечно, еще далек от стадии готовности. До стадии готовности. Квикшотиком. Увы. Я тут спрашивал, в чате все сказали, что баг на баге. Да, синхронизация ужасная, конечно, просто. Я случайно, блин, положил на кнопку. Палец на кнопку и скипнул ход нужного мне человека. Ну, этот съебется, да, увы. Ну, давайте дожрать тогда, я не знаю. Собака съест его, нахуй. Она как будто... А, он без ноги. Слышь, он без ноги, он может и не уйдет. Насрано, блядь. Насрано. Да, он еле ходит, блядь. Она его на следующий ход догоняет, по-моему. Пизда ему. Пизда ему, блядь. Жри, жри его, блядь. Он пытался ее ударить? Он же должен убегать. С какой стати он пытался ударить собаку? А, он перестал убегать. Да она похуй, она все равно его убьет. Подготовимся к выстрелу на всякий пожарный. Да. Так, ну какие-то есть у нас ранения, опять же. Блять, вообще тема, слышишь? Доспех на доспехе, блядь, инструменты, более-менее нормальные стволы. Очень, очень даже. Хороший бонус. Бонус чуть ли не в два это. Ну, мы идем? Да. Я записал, что из-за тебя опять братиков поставил на залив, кайфанул. А ты в мод играл в этот или ты играл в ванилочку? Балдел, тыкал кнопочки там, вот это вот все. Не, я ванилку тыкал, собак спускал. Ну, это классика, это тоже охуенно. Я первый раз играю в Legends пока. Ну, конечно, тут у них много чего доведено до ума. Походы по всему миру изнашивают здоровье ваших людей. Когда они снимают все ботинки, вы можете видеть, как кровь просочится через портянки. Они уже получили множество раны нарывов, блядь. Один из ваших людей стирает со своей ступы кусок плоти и говорит вам, что сожалеет по поводу своего физического состояния. Вы киваете. Такова цена. Сержант Лекс. Сержант Леон и Лекс получают ранение. Отчет по лагерю. Так, вернуться в лагерь.
Мне нужно тут выставить людей на лечение теперь. Всем привет. Максон, очень рад тебя видеть. Привет, привет. Так, целитель у нас есть. Нужно еще поставить ему особое задание. Сейчас, секундочку. Целитель, вот он, лучший. Брейн демолишер. И вот здесь мы должны... Нихуя, ребро! Ты ж, блядь, портянки носил. Как ты умудрился ребро-то нахуй сломать, дядь? Это что за пиздец? Так, давайте оденем сразу сержантскую залупу. Плюс 10 к решимости. Он у нас у сержанта Леона. Так, есть решимость. Упал, блядь. Ребро, блядь. Ребро на 3-4 дня сломал мужик. Уже без глаза, блядь, без этого нахуй. Но вещи делает. Так. Давайте засунем еще вот сюда сетку. Куда ее? Как, куда ее? Как, а как? Ее типа в руку надо брать? А, она испорчена. Вы не знаете, как ее восстановить или продать? Можно продать, но она ничего не может. Да, понятно тогда. Ей пизда. У тебя один из бойцов устал. А это что такое? Вымотан. И че? Недавние события вымотали персонажа, он едва может идти. Несколько дней отдыха должны жить ту проблему. Это у Попо. Сейчас, Попо, мы тебе наролим что-нибудь хорошее. Так, Попо, отдыхать, да, тебе надо? Покрасочная палатка, мастерская, отдых. Отдых. Попо. Все, Попо здоровяк тут отдыхает, ребята, у нас. Выйти, выйти, да? Едем. Надо будет медикаментов еще втарить сейчас, по возможности. А куда мы там едем? А, мы почти приехали. Ебать, скоростуха, пиздец. Я не могу, кстати, выключить. Почему-то на цифры теперь не меняется. На единицу меняется, на двойку нет. А, мы в лагере. Лагерь встать. Вот так. Четыре наемника тренируются, один наемник отдыхает. Все отремонтировано, ХП мы лечим. Деньги мы получили, хорошее снабжение. Так, пришло время выдвигаться, да? Пришло время выдвигаться, смотрим, что у нас тут. Ничего особенного, но продать вещи можно. Шкуры опять по 500, это смешно. Эту хуйню, наверное, мы разберем тогда, раз она ничего не стоит. Копье, булава двуручная, нахуй, нахуй, нахуй. Это все нам ни к чему пока особо. Вот военная глефа. Звучит фантастически, но нужна ли она мне? Тоже непонятно. Всего 900 рублей. Медикаменты продаются. Это что за хуйня? Тренировочное снаряжение. Манекен, оружие, переносные арены. Эй, ебать, это типа апгрейды лагеря продаются? Прикол. Так, давай возьмем пшеницы. Прикольно, прикольно. Щит копейщику не восстановил. Сейчас буду восстанавливать. Погнали потихонечку. Мистер копейщик. Вот вам новый хороший щит. Почти новый. Давненько не заходил. Спасибо большое, Котовня. Благодарю, благодарю. Давайте пробежимся, ребята, по тому, что мы можем себе позволить во фронтлайне. И насколько это хорошо, да? Это гамбизоны, да, у них? Все, все голые стоят. Сортируемся. И начинаем давать самое хорошее самым лучшим. То есть у нас самые лучшие это Виспер и... Блять, ну Гангбэнк, но он одноглазый, понимаешь? И без ребер, в чем проблемка-то есть. Ладно, Виспер и Гангбэнк. Куда деваться? Так, 65, 25, 30, 20, 25, 55. Вот это будет хорошо, кстати. А оно не раздето. 55. 55 мистеру Гэнгбэнгу. Сверху еще нормальную кольчугу. Кожаную рубашку. И вот эту хуйню. Он заряжен, пиздец, ты его не пройдешь. Ты его нахуй не пройдешь. Ни при каких. Вообще ни при каких, блядь. Это невозможно.
Так, по крайней мере сейчас. Отдал, отдирал крепления, надернул куском ткани, силы проблем и сломал их нахуй, да. Дальше. Лекси. 65. Нормальная кольчуга. Папа, привет. Привет, сынок, привет. Ну и табард просто к решимости дает. С табардом. Не такой крепкий. О, кстати. Сейчас мы тебя сделаем покрепче. Более-менее. Дальше. Whisper. 55 по-любому хорошо. Починим, не страшно. Жалко, что кольчужные рубашки, конечно, нас покидают потихоньку. Но в общем и целом-то это неплохо. 42 стамины, кстати, у него. А тут 33 стамины. Слушай, да. 34 стамины, 33 стамины. Давайте-ка с него снимем вот эту хуйню. 35 стамины. Коев тогда можешь снять с него еще. 36 стамины. 40. А у него, в принципе, базовый 40, блядь. Давай тогда так пока. Блядь, 36 стамин. Они не могут носить эту хуйню. 42, 48. Надо стараться хотя бы в 40. Типа, хотя бы в 40. Тут остановиться надо. А вот тут вообще не остановиться надо. Так, что у нас? 20, 30, 65. Рубашку койф. 105, 40, 43 стамины. Более-менее. Мистер Сержант. Мистер Сержант. А не стоит ли, кстати, вот эту табардную хуйню снять и налепить на сержанта? Он же типа сержант, правильно? Резолва у него еще больше будет. 62. Тут у нас 105 и уже стамины. 80... А это что за машина, блядь? 88 стамины. Виспер, блядь, что бегать может в броне в полном сете? У них дебафы висят. А, заебались они. Они заебались. Тогда понятно. А этот не заебался, вот почему. Ладно, тогда просто лагерем пока постоим, потерпим. Медикаменты. Медикаменты. Продаются тут? Но я не вижу, чтобы они продавались. А вот есть. 300 рублей! Ёбнутый, у вас дефицит, что ли, блядь? Нахуй надо. А, встаем лагерем, отдыхаем. Пацаны должны отдыхать. Макс, привет. Привет. Привет, чатик. Вопрос не по теме. Через сколько месяцев или лет я стану своим в чате? Спасибо, что клацаешь кнопки. Лесок? И радуешь нас. Ну, я тебя, в принципе, уже помню. Меньше, чем три. Смотря что ты... спасибо большое. Смотря что ты... Смотря что ты подразумеваешь под это, да? Так, кто у нас перекрафчивает вещи? Пусть ремонтом тогда занимается. Незаебанный Виспер, да? А вот... Дозорный пост, стрельник. Ремонт, разборка вот здесь. А тут пусть разбирается гэнгбэнг, который не заебался. Все, выйти. Стоим лагерем, отдыхаем. Отдыхаем, ребята, отдыхаем. Мы в конвое считаемся. Непонятно. Отдыхаем. Всем хорошего вечера. Сейчас из РФ можно подписаться, не дожидаясь окончания старой подписки. Да вроде да, но я не уверен, кстати. Ответить не могу на этот вопрос. Гэнгбэнг тоже заебан. Да нет, он не заебан. Уже. Двуликий, блядь. Но я не выбрал, что мы перерабатываем, кстати, это правда.
Так, вот эту хуйню мы перерабатываем. А я нажимаю Alt-клик, не работает, кстати, прикинь. А вот это работает. Так, ну давай тогда какую-нибудь хуйню, типа вот этой. 35 это нормально. Баранина пришла, ребята, кушаем. Да я даже и не знаю, что переработать, кстати. Один щит еще оставлю себе допом. Эта хуйня почему-то не перерабатывается. Надо выкидывать или продавать. Мы ждем, в принципе, все еще. Добыто 35 единиц провизии. Ждем, пока ребята отдохнут. Еще один вот должен отдохнуть. Алекс отдыхает. Папа, вообще, благо? А я уже смешарик. Привет, Хиланс. Ну, ты им уже был изначально. Так что нечего париться. На привале. Ну, я говорю, с войны, тыры-пыры. Радуются все. Замечательно. Все, все отдохнули, гайс. Пришло время выдвигаться. Что у нас по жратве и насколько нам ее хватит? На один день, на один день, на один день, на один день, на один день. Там хуйня ебаная, короче. Очень быстро закончится. Работы здесь никакой нет. Мы нихуя не успели переработать. На том спасибо, блядь. Так, 88, 73, 70, 52. Но вот тут тяжело ему, конечно, справа на фланге. Тяжело. Остальные вроде нормально. Так, мужик. На вот тебе охуенную штуку. На вот тебе. Надо поменять ее, кстати. Сейчас, секунду. Давайте подумаем. Стамина у тебя дохуя. Тридцатник. Ну, давай на тридцатник возьми. И кольчугу за 25. Ну, поживет какое-то время, правда ведь? Что, блядь, с ним случится? Тут тоже полный порядок. На вот тебе бронежилет на всякий пожарный, чтоб тебя не убили. Стамины все равно у тебя дохуя. 35 брони, 30 брони. Капюшон можно переодеть. Блин, я не понимаю, я неправильно нажимаю что-то? Вот тебе 35 и хуйня. Да, боевые братки, ребята. Ага, Battle Brothers, все правильно. 30 на 55, но у него нет бронежилета. В остальном нормальный. Да как будто и все пока. Можно продать всякую хуевую одежду, которая по 2 царику, потому что она просто не нужна. Вот эту, вот эту, вот эту, да. Ебучую сетку отдать за ноль, потому что хуй ее носить. Конечно, сердце кровью обливается, ну что поделать. Пару щитов, один запасной оставить. Да пиздовать, наверное, да. Пиздовать до следующего города и зарабатывать деньги. У нас уже 7. Уровни пока не могу брать, потому что не знаю, что им взять. Там из уровней получается. Вот дядя ждет. Вот дядя ждет. А, ну вот тут знаю, Брэнд Эмолишер знаю, что брать. Ебать, он идеальный защитник, кстати, вообще. Слушай, ну раз ты стоишь уже сзади с хуйней, наверное, дать тебе мастера копья, и ты там навсегда теперь. Это же считается копьем, правда? Древковое оружие двуручное. Нет, это считается древковым, блядь. Ну нет мастера древкового. Но это же копье, правда? Есть мастеринг этой хуйни здесь? Он, кстати, могильщик. У некоторых есть, у некоторых нет. Жалко. Жалко нахуй тогда. Очень. Что бы тебе взять-то тогда? Провокация, непреклонный. Выдержка. Раскопщик. Лопатой пиздить людей. Малая цель. Ловкость рук, не помощь. Натиск. Пользуется преимуществом скорости, обманное движение. Рестлер. Стена копьев, это не про тебя. Мастер проколов.
Понял, ручной сложности используя обманное движение, только я пробиваю броню, сбить с толку при каждом ударе любым оружием. Сбить с толку при каждом ударе любым оружием, когда инициатива персонажа выше, чем у противника. Блять, как будто это прикольно, когда у тебя есть она. А что у тебя по инициативе? Она у него хорошая. И она у него чаще всего будет больше. Из группы навыков булава. Угу. Второе справа не лучше. Второе справа где? Ты про что? Которая дудка? У меня уже так два дудца есть. 24 месяца. WYCC Camry. Мирный, блядь. Спасибо, спасибо. Дудка не ошибка знаменоваться. Так у нас уже есть две дудки. У нас, если я не ошибаюсь, вот дудка. И еще у кого-то дудка была. Три дудки как будто много, не? Чем мне показалось? Или я ему уже взял дудку? Пика есть скиллом? Нету, к сожалению. Я вот не знаю, что ему взять. 10% обладает всем ближним боем по нескольким противникам. Этого тоже нет. Он как будто... У него ничего такого, этого магичика-то особенно нет под такой навык. Упаковщик. Упорный. Инициатива у него не снижается. Блять, тоже пока придержу. Не знаю, пока не знаю. Ну реально, я не знаю, что ему взять. А вот тебе знаю. Ты у нас будешь, брат, учеником. На. У нас на попу здоровяка большие надежды, блять. Большие надежды. Так, есть работа, замечательно. Знамя другому. Там сержант нормально стоит, ничего страшного. Вооруженный гонец, сопроводить караван, вернуть предмет, вооруженный гонец. Ужасы в лесу на 2. Ну вот, блядь, опять пауков ебать. Не хочу. Хорошо. Хорошо. 440 за одну хуйню найти типов? Что-то где-то меня наебали, да? С черепами меня наебали. Не может такого быть. 12 воров. На болотах ебаных. Сейф. Там некромант, блядь, сейчас будет. Ну, потому что 400 платят, да? Нет. Просто несколько браконьеров. Здравствуй, папа. Здорово, смотрю, сынок. Смотрю, я с Мизери. Ты лучший. На. Жаль, Твич не дает подписаться. Да блин, там же вроде... Спасибо большое, но там же вроде... Дает же. Ебать, тут мутная вода, кстати. Очень много она забирает, и мы прям посреди стоим. Болото ебаного. Все в ахуе. Бля, ебать, как хуёво нас заспано. Нас прямо в центре этого ебаного болота поставило. Добрый вечер. Я диспетчер. Как твои дела? Будешь ли ты играть в Metro Awakening? Баба, да, планировал. Чат, всем желаю добра. Но когда это позитив, будет, я не знаю, к сожалению. Приятного вечера и не болейте. Спасибо, спасибо. Ладно, собака выбрала свою судьбу. Так, сколько тут процентов попасть? 74, пока. Кто еще? Сколько у вас? 69, пока. Нет, не пока. К сожалению, почему-то не дает мне подписаться. Это обидно, да. Так, пока-пока потерпим. Тут все равно пара чуваков, которые могут бить. Этот дядя может ударить другое место. Блять. Там два лучника стоят с говенными луками. Дрянной лук. А у меня нет больше кольчуг, чтобы ее одевать. На, с собакой разобрались тоже. Стенокопий вперед, стенокопий вперед. Ждем. Да, мы просто их задавим сейчас. Угу. Ебать, почти убил. Почти убил мужика просто, который пытался встать. И травмировал всех. Убийца. Натуральный убийца, блядь. Есть еще один. Ждем сближения, ждем сближения. Лучники. Сейчас будем лучников, наверное, ебашить тоже.
Там один без шапки может сразу сдохнуть. Побежал. Побежал. Ждем. Я думаю, низ можно начинать давить. Я думаю, низ все уже. Низ бежит нахуй тоже. Встанем сюда. Потом сюда. И никто никуда не девается от нас. Вот я почему-то типы с хорошей атакой, но ПМ дефенсом спереди стоят. А типы с ПО атакой, но хорошим дефенсом сзади. Как правило, братки с больше чем 30 дефенса готовы стоять на передке с двуручными дронами. Угу. Окей, разберемся сейчас. Ну, низ мы прям расхуярили лихо. Приготовились, встали. Да, тут смерть пошла. Массовая, блядь. Собаку на лучников. Ждем. Бля, собака не туда пошла. Вообще, вообще не туда, куда надо. Ее сейчас могут ебнуть за это. Жестоко. До свидания. Вот как с лука надо стрелять, ребята. 41%. Никогда он в нее не попадает. Уже заебал, если честно. Ждем. В чате из любой хуйни сделают пасту и начнут спамить. Вот так вот. Резня натурально идет. Собака пока танцует, ребята. Собака пока танцует, ребята. Подзакрыть здесь. Она, блядь, убьет нахуй. Она убила их, все. Остался только лучник. По сути, и все. 53, 53. До свидания. Выстрел! 87%. Ну как? 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 Ну он побежит. Интересно, собака его на болотах настигнет, нет? Дадим в дудку. Догнать, догнать. Может сейчас повезет. Бля, собака потратила все ходы. Не факт, что она сможет догнать. Шажочек, квикшотик. Не, ладно, все. Скипаем до конца. Посмотрим, догонит ли зверь. Ждем, ждем. Зверь! Скипаем. Блядь, он бегает быстрее, чем собака. Ждем. Зверь! Так, ждем. Ждем. Зверь! Но он сейчас убежит. Увы. Возможно, твоя сигнатура история циклична, но после в экране есть кнопка забрать все по центру. Так, вернули по съебам. Платите деньги, блять, что сказать. Дело сделано. Ягоды еще какие-то кушаем. Блять, можно их даже продавать. То, что мы нашли, мы можем и продать. Сик. Косарь имеется. Давайте посмотрим, что за проблема. 30-55, 40-40, 35-35. У кого у нас в переднем ряду, извините, нет кольчуги? Я как-то пропустил этот момент. У тебя... Ну, у него гамбизон есть. И у него броня 110. Ну, общий показатель защиты меня устраивает. 35 дефа впереди. Вот этому бы двуручку какую-то дать и отправить вперед, да? Кто у нас с копьем? И вот этому тоже. 44. Чисто два двуручника будет у нас, жестких. А вот тебе бы еще поучиться, блядь. Ебучий со мной попасть не может. Никогда. Еще какие-то работы здесь для нас?
Смотреть караван, ржаный гонец. Ужасы в лесу. Блять, ну пошли попробуем. Опять пауков ебать. Значение контракта. Больше. 1000 крон. Косарь. Да, ебучие пауки. Заебали, честное слово. Каждый ебаный раз. У нас теперь чуть побольше. Может быть, нам повезет. Но это прям моя слабость, знаешь. Защищайте жителей. Так, ну стоим мы неплохо. Стоим мы уже неплохо. Лучник сейчас займется яичками этими ебаными. Ты сразу пауков хуяришь. Это здорово тоже. Вот тут, конечно, интересно сейчас будет. Интересная история. Ничего не могу сказать. Кладки ломаем. Копейщика бы вот сюда зарядить. И поставить его в эту... Даже, блядь, сюда, на самом деле, его поставить. И поставить его в стену копий. Сейчас посмотрим. Тут мы подождем. Пока не будем никого доставать ниоткуда. Подскок, удар, убить. Хорошо. Как будто вывозим даже, да? Как будто неплохая зона боя. Так, поставить мужичка сюда, потому что отсюда отовсюду могут присосаться типы в будущем. И он будет держать вот эти два тайла полностью. А нет, хуйня. Сюда тогда. И он будет держать вот эти три тайла. Четыре. Вот эти четыре тайла. А вот, смотри, кладка тут еще стоит. Даже, блядь, на самом... Да, четыре тайла. И пять. Пятый перед собой. Но тут не нужно будет. Друга достаем. Сам выбирайся. Тебе нахуй никто не поможет. Друга достаем. Сам выбирайся. Тебе, блядь, никто не поможет. А не, друга достаем. Блять, он 4 раза не пытались его достать, не достали. Этот сам выпрыгнул. Друга достаем. Хм. Сюда бы дядю с копьем поставить на высоту, чтобы он хуярил. Но мы его дядю потом поднимем. Вот так мы свапнем. Стены копий все равно здесь не будет, ждем. Будет удар. А, нет, ну тут мужик поможет, если что. Штрыкаем, штрыкаем. Что надо? Чё надо? Короче, вдвоем охуеть, как лучше работает. Все еще проблемы с кровью месяца, подождем патчи. А почему, когда мы вдвоем играли, хуёво было? Ну, значит, у меня единственный вариант играть, ребята, с Радосом, потому что он рядом со всем. Так, ну тут только паука месить. Найс, хорошо. Подними сюда, будешь помогать доставать с паутины. Ну, вот с Радосом прям отлично. Трабло синхро иногда портит гейм фул. Перезаход нужны и рестарты. Сколько перезаходов и рестартов на час? Спросим пока. Надо бить. Блять, он никогда это со мной не попадает. Никогда. Мне кажется, это проклятое оружие. Я помню, когда я играл раньше, у меня тоже был мужик в прошлой ране вот с этой хуйней. Он тоже нихуя не мог поделать. Это проклятое оружие. Надо менять его. Один сделали. Один, у них был один рестарт на час. Вау, охуеть. Там квестики ломаются, увы, пока и торговцы. Ну, будем ждать, да. Вот это пиздец. Будем ждать. Так, тут надо биться уже. Угу. Подсосусь сюда, потом ёбну. Блин, жалко в паутине ты, дядя. Но драться надо. 70%, 80%. Ну, блядь, ну, это вообще, это блядь, несерьезно. Это реально, блядь, несерьезно. Успеть бы здесь стену копий встать. Стену копий. А можно вот так. А, смотри, здесь хуило стоит. Хорошо, что я высоту занял. Тут скрытые были все это время.
Товарищи, доставай, на тебя насрать. Ну, тоже оба раза не получилось нихуя. Блять, жалко. Что тут скажешь? Жалко, нахуй. Этого сюда... Ааа, блять, мужик! Как нахуй? Как ты выбрал этот маршрут? Прощай. Написано, что он сокрыт. Но будем надеяться, что он останется сокрыт. Да, он сокрыт. Суки. Начали месить. Ове. Потом достанем. Паук, пауку страшно стало. Так, высоту занимаем. Все, лучник со своими делами здесь закончил. Но лук поменять он уже в этом ходу не сможет. На следующем. Встань сюда, доставай нашего брата. Отлично. Так, вижу паука внизу. Блять, 67%. Хорошо было, конечно, бы попасть. Да. 59 тоже нет. Так, отлично, достал. Значит, этот мужик доставая достает нашего братишку тогда. Встать сюда. Не получилось. Кулаком ударить тоже не получится. Думаем. Наверное, тебе покинуть сюда надо. Потом, чтобы он еще доставал отсюда. Из паутины. Ситуация не супер приятная. 94% попадания. 94% попадания. Хорошо, брони у него уже нету. Хуёво, что Лекс в паутине. Это супер хуёво. Тут можно даже добить. 95% не попал. Ебалейла, блять. Так, давай поможем. 94%. Есть. Достаем товарища. О, достали, кайф. И он сейчас будет ебашить благодаря этому. 90%, 75%. Отлично, отлично, ебать. Фонтанирует нахуй поверженный паук. Угу. Этого можно. Так, лукарь, ну нужен лук. И квикшотик вот в дядю, 64%. Найс, почти убил. По башке попал. 46%, хуёво. Но можно толкнуть, а нет, нельзя. Но высвободить можно. 46%, ну попади. Отлично. И встать шаг сюда. Скрыться, так сказать, от всего. Друга доставай нашего. Нашего брата, не достал. Потому что ты кто? Правильно, гондон. Так, насколько со мной 66% есть? Тоже фонтанируют. Да, они вылупляются, их становится больше. Тут яиц, видишь, немерено. Но я не сказал, что у нас все плохо. Мы пока справляемся. О, Алексей, спасибо большое за рейд. Решил все, отдыхать уже пойти. Так. Staying alive. Как будто просто этот человек единственный, кто держит сверху. И могут же еще припиздовать сверху. Один ход подождем. Наскок сюда. 95% не попал по кладке, которая стояла на месте. Классненько. 94% не попал. Не, ну, типа... Типа да. Да, блядь, как? Почему? У меня, блядь, три раза на ход типы 95% промахиваются. Один 94 проебал. Это же, это не серьезно, блядь. Чел выкидывает, я правильно понимаю, он выкидывает кубик 100. Его устраивает 95 случаев из 100. Его устраивают. На двух кубиках должно получиться 95. То есть на... Да нет, даже не так, блядь. А он выкидывает 97, и у него не получается. Это же просто, блядь, пиздец. Нет, если просто так дальше пойдет, то тогда мы проебем гарантированно. Я не прошу попадать при 30%, да? Я понимаю, когда это прыгнет. Но про 95%... Да. Может, кто знает? У меня в бою при наведении на некоторых персонажей не вылезает иконка с шансом попадания. Может, подскажет кто? Как фиксится?
Аня предлагает пойти в станцию, а у меня укерные братки, блин. Не знаю, не знаю. 36%. 68%. Огонь. Найс. Ну хоть лучник меня не расстраивает. Доставай нашего братишку. Достал. Тут тоже в паутине. Да. Ждем. Убили одного из бичей. 63%. Мимо. Знал. Ребята с двуручными пушками на два тайла вообще никогда не попадают. Даже если 60%. Для них это как будто ноль. Для них это как будто ноль. Ждем. Мужик со мной, но он близко стоит. Придется бить. 49. Удивительно, кстати. Удивительно. Я уже настолько привык, что он всегда промахивается. Так, сначала брата выпутывай, все остальное. Потом уже попробуй себя, по возможности. Похуй. Хорошо, что не убрал тебя отсюда, кстати, да? А я думал тебя снимать. А вот паучок пришел. 93%. И еще один удар. Жалко по голове. Но вот по туловищу уже лучше. Так, 93%. И убить по туловищу. Хуёвый урон прошел. Ну да ладно. 76%. Все попадаем вообще. По башке еще. Убил нахуй. Хорошо. Терпим. 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 Лезут, лезут, суки. Ну сколько-то жителей мы спасем. Ебать, он, кстати, залез. Тут надо будет сейчас пытаться его изуродовать. Еще одного мужичка убили. Но да, надо ёбнуть ножом. Он слабенький, потому что. Только не по голове бы ему. А, ну можно и вообще не попадать, в принципе, да. Да-да, никаких проблем, ребята, ага. Это же не 90, которые промазать можно. Да-да, все, три раза 50% не надо. Не утруждайтесь, блядь. Зато здесь сейчас 42% попадет. Угу, конечно. Кулак же, блядь. Скип, неправильный скип. Ну да ладно. 81. Не. Куда? 87 выпадает, блядь. Ты чего, блядь? Ты что нахуй удумал? Еродивый. 66% неопутанный. Есть, еще артерию перебил. Вообще супер хорошо. Так он умрет сейчас, да? У него осталось два хода. Да, он сейчас сдохнет на следующий. 94%. Удивительно. Дальше. Кладку 95 промажем. Нет, 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 нет. Нет. Резать надо наверх. И еще раз убить. Ну, 85. Ну почему? Почему мы не попадаем в такие верные попадания, блять? Ну. Почему мы не попадаем в 85? Стоим, достаем братишку, терпим. Так, сейчас сержант будет, ребята, судя по всему, дуть. Тут пизда, короче, какое-то окружение, их еще 15 штук. Как будто если ты находишь, берешь квест налогового пауков, ты его автоматически скипаешь, либо у тебя есть 12 братьев, которые могут там бегать и быстро яйца ломать, пока остальные развлекают других. ХЗ. О, добей его. Лол. И он умер, да. Так, а дудка не у тебя, да? 36%, 40, 42. Давай 42. А этого убивать надо. Хорошо, повезло. Давай, мужик. Легенда. Легенда. Вот и дудка уже не нужна вроде. Легенда, мужик. Тебя, наверное, сюда будем пиздить следующий ход туда. Давай заберем его в отряд. Под блочь здесь. Можно убивать. Это хорошо. Встать сюда на прием. Тут даже страшно думать, что будет сейчас. 68 удар.
68 удар. Но почти ёбнули еще одного. Мужик с копьем страшно стоит на высоте. А стамина закончилась. Он устал. И что? Она побежала? Она побежала! А я и не заметил, что она бежит. Она у нас... Она весь отряд. Самый компетентный боец оказался самым трусом. Тогда все, это конец. Это конец. А у нее еще и дудка, не? Между прочим. Но сержант был другой. Я точно помню, что серж у нас был другой. Так, мирного жителя кидаем на съедение. Дерись, блядь. Закроем здесь сверху. Тут тоже не получается. 65, 70, 70. Почти убили, это хорошо. Тут терпим. Один удар копьем. Максимальные шансы нужны. 48. Основание проблемы. Когда у тебя есть выбор между яйцом и пауком, всегда бей яйцо. У тебя в этой катке из некоторых яиц по три паука вылезло. А я думал, там по одному всегда. К концу боя у тебя количество противников также 15 осталось. Жесть, я думал, у них по одному, одно яйцо, один паук. А оно по еще несколько высирает. Дудка, блядь. А ей похуй, она все равно бежит. Дурында, блядь. Он устал, пиздец. Так, 60%. 60%. Издевательство. А, блядь. Тут уж и Сучильда обосралась. О, убивают, кстати, Лекса. А это сержант или нет? Нет, сержант, по-моему... Хотя хуй его знает, может и серж, но вроде как нет. Они сейчас примутся за всех остальных. Найс, просто башку ему отхуярил. Работаем, работаем. Я подожду, пока от паутины нас освободят, и потом буду бить. Все-таки порядок довольно важен. А, блядь, а! Сверху вниз бегает дурында. О, как это он? А, он тоже обосрался, да? Да, он тоже обосрался. Бля, следующий лучник будет. Беги, блядь. Закрой здесь лучника, чтобы его не пить. Он побежал. Слышь, блядь, похищенный житель встал и паук побежал. Пизди его, ребята, не давайте ему уйти, вы чё? Так, достаем этого мужика. Вот мы его достали. Вот порядок, важный порядок. И теперь хуярим. Он почти убит. А куда они убегают? Все? Потеря один человек? Ну, как будто нормально. У меня, конечно, Сучильда, которая испугалась меня. Найс. Но я думаю, тут можно скипаться. Я не знаю, что еще делать пока. Они как будто вернутся сейчас. Да? Нет, все, все кончено. Ебать. Все, Лекс погиб, ребята. Конечно, здорово быть им. Кокон с сокровищами по 180 рублей за лупа. Паучий шелк по 350 получше. И наш лут с товарищем. Жесть, на самом деле. Мы достаточно здесь увидели. Бежим-ка нахуй отсюда. Так, дадут косарь, но еще на 500 примерно можно будет продаться. Потеряли мы человечка. Косарь здесь. Вы спасли 4 из 6 жителей. Ну, там было тяжело, это правда. Так, что у нас тут? У нас тут нужно во фронтлайн кого-то кидать. Давай мы тебе совну заберем. Кинем тебя на фронтлайн. Тебе сейчас что-нибудь возьмем нормальное, а какой-нибудь бомжа сзади поставим, что ты со мной сзади стоять. Круто.
Хотя даже нет. Даже не так, на самом деле. На самом деле, вот так. И вот так. Ты теперь стоишь с копьем, как батя. Ну, вы не сильно отличаетесь. Так. И у тебя будет тут стена щитов, сам щит, собственно, стоишь как батя с копьем. А вот вместо тебя сзади будет стоять какой-то бомж с твоей совной, блядь, совной. У него дефа нет. Ты думаешь, блядь, поставить во фронтлайн типа, которого я сейчас найму, у него больше будет? Можно одного бойза? Экс-сомбреро. Да, можно. Тут сейчас возьмем какого-то типа, который вообще, блядь, ни о чем. Бродягу он, нахуй, или типа того. Охотник на ведьм есть за 680. Прачка. Вот, за косарь есть мужик уже, сказать, с совной этой. Дебошир. Хулигана возьму сейчас. Ебать тут, ребята. Хулигана возьму. Угу. Вот этот парень точно сможет всех защитить на фланге. Не сомневаюсь. Так, и ему мы даем вот эту залупу. Этого парня надо укрепить немножко. Особенно где-то на уровне головы. 30 это несерьезно на башке. Тут тоже, кстати, не серьезно, тут 55. 59 стамины, да? На тебе пока вот эту залупу и вот эту. Фольберт, блядь. Зато талантливый, да. Бля, он еще любит жрать и дряблый. Ну реально, мудака, как у мудачка купили. Долго он не переживет. Помоечник. Но мы как будто сейчас возьмем нормальный ствол во фронтлайн, который будет разъебывать. За бабки. За 2. За 2000. 234. О, это стоит того. А вот это не стоит того. Фальшон пока полежит. Копье одноручное, копье одноручное. Они с одинаковыми скиллами? Типа минуточку, если мы возьмем, допустим, тебе и дадим вот это. Да, да, так он лучше. Он лучше. Мистер Здоровякус. Так вам, пока. Вы, главное, живите. Это мы уже знаем, у вас есть. Давайте сразу здоровяка вам еще возьмем, потому что у вас талант. 95 хп. Ух, блядь, живучий какой. Живучий, живучий здоровяк, живучий. Вот сюда мы сейчас зарядим, скорее всего, двуручную пушку какую-то неплохую. Если мы ее, конечно же, найдем, блядь. Если мы, конечно же, ее найдем. А я не вижу здесь нормальные пушки. На рынке в основном кал один. Поедем сейчас. Поедем за оружием тогда. Так, еще две туники по 25. 35 есть. Одну оставим. Инструменты закончились. А денег нет. Но 10 инструментов больше не будет, ребята. Чинитесь, блядь, как хотите, реально. Вот тут, по-моему, была пушка. Быстро прогуляемся. Там черный рынок был? Блядь. А я и не заметил. Справа типы стояли. Дай здоровяку двуручный молот. Оплачиваемая работа, говоришь? Не пускают врагов, он будет бить на две клетки. Интересная стратегия, но я по-другому хочу. Ну, ребята, тут, конечно, блядь. Посох, что? Магический посох? Это выглядит как лопата. Мантия-волшебник. Чё нахуй вообще? Прикольно. Заканчиваются медикаменты, бля. Зеленка заканчивается. Так, кузница.
Мне кажется, он стоил подешевле, когда я последний раз его увидел. Передаю привет Максиму и чату из Челябинска. Привет. Спасибо, что нажимаешь на кнопочки. Хорошего стрима. Спасибо, спасибо, привет. Он как будто стоил 2, а теперь стоит 4200. А, из-за каравана дешевле было. Ну, можно взять эту ебаную булаву за косарь, конечно. 50-75 она будет ебашить. Мало чего могу себе позволить, на самом деле, очень. События в городе, чек не. Грядущий пир. Все отдыхают. Ратный двор. Обучить людей. Все дорогое. Я помню, что здесь медикаменты здесь по 300 были. Сейчас даже не знаю. Так и есть, блять. Ужасы. Ужасы нашего городка. Так это двор, это топор, который с дальнего бьет дистанции. Он так по себе хуёвый. А мне нужно на фронтлайн человеку что-то взять. Ладно, возьму булаву. Деваться некуда. Уже план сделан. 50-75. Будем надеяться, что будет разъебывать. Хотя я в это не верю, конечно. Хотелось что-то более серьезное. Так, что у нас? Нам бы купить медикаменты, зеленку и всякое такое. Ты теперь носишь булаву. А умеешь ли ты с ней обращаться? Молот. Булава двуручная. Жезлы. Что, жезлы? Посохи? Она не умеет ей пиздить. Нахуя брал? Непонятно, блядь. Нахуя брал? Непонятно, блядь. У нее нет навыка именно на булавы. То есть есть, блядь, на все, кроме булав ебаных. Так, где мы? Найдите мне еще что-то враждебный лагерь. Какой лагерь? Это что за сейф вообще? А, это основной квест, ага, я понял. Так, давай думать дальше тогда. Что тебе дать? У нас есть только меч, вот, фальшион говенный, щит пока. Уродуйся, поздравляю. Поздравляю, уродуйся. На рынке у нас хлеб можно взять. А есть эти медикаменты по 300, это пиздец. Это просто пиздец. Караван, я слышал, тут ходит, да, куда-то? Спроводить караван. Пойдем. Так, караван погребного платья. У него есть деньги, побольше. Да иди нахуй! Говорят, не бери у него квест, когда, блядь, у него... Он говорит, у него туго с кронами. Он говорит, я тебе щедро заплачу. На один больше сразу, блядь, говорит, все, нахуй тебя, блядь. Никакого торга. Никакого, блядь, торга, нахуй. Сколько? 570. Поехали, блядь. Не будем тренироваться, просто поедем. Отсюда просто надо съебывать, потому что тут очень дорого все. Под все я подразумеваю и инструменты более-менее, но вот медицина и стволы прям ад. О, хо-хо! Это хорошо. Блять, напали какие-то бомжи. 19 бомжей, кочевники, невольники какие-то. Ночью напали, суки, это что за голый мудак? Бить его нахуй, жалко. А мы еще, кстати, побиты. У меня тут ХП не восстановилось у человека. Ему плохо. 19 человек, блядь. Нега, чистят на севере. Терпим. Сейчас посмотрим, как наш мистер Попо справится на приеме. Ждем. Ждем, 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 все. Я не вижу среди них никаких лучников, но их 19 человек, вооружены чем попало. А вот и прощисты подоспели, я все думал, когда они появятся. Отдыхаем.
Это можно, да. Идеальный мужик стал. Он меня не пустит к товарищу, это хорошо. Сразу нахуй, без ноги. Без ноги, мужик. А, мистер Попа просто, блядь, прекрасно справляется. Ноль попаданий, например, да? Его окружают и пиздят уже, смотри. Так, ну давайте потихонечку что-то думать. Прицельным сюда, 48. Мимо. Копье. Надо по нижнему бить. Хорошо. Нужно защищаться. Сверху как будто тут ребята и так справятся. Их много. Совная сюда. Ну, если мы не будем попадать, то мы, наверное, конечно, не справимся. Ну, там 55% по-разному могло бы быть, да? По-разному могло бы быть. 90% вот по мужику. Это радует. Мне как будто надо было этому этого бить, а этому того. Ошибка была совершена. Не, ну всегда можно сделать вот так и ёбнуть ему все равно. Ну, мистер Попа зато дважды нормально попал по голеньким мужикам с другой стороны. Зря ребятки на север разобрели. Ну, они так чуть-чуть прогулялись. Мы еще не были в пустыне, но они, да, действительно далековато от южных песков. Блин, по сути, четырех держит мужик один. Гэнг-бэнг. Отличное попадание. Нахуй. Нахуй всех. Тут караванчик пусть рубается сам. Нахуй пошел. Лучник. Давай по ближайшим. Почти вышло. Ой-ой. Они, кстати, хорошо выстроились здесь. Может, плохо кончится. А может и неплохо. Сейчас кинемся сюда. Хуярить. Там караванщики уже тоже вступили снизу. Бля, плотненький бой. Плотненький бой. Да, вставать надо и ебашить. Нахуй их всех. Правильно, правильно. Слушай, ну он один здесь остался. Можно подскочить, просто заколоть его и встать сюда. А тут уже караванщики никого не пустят. Отлично, он без брони и... Он без жизни, нахуй. Да, хорошенько мы их построение здесь поднарушили. Ничего не скажешь. Поможем бедным караванщикам. Ну, этот тип никогда не попадает. Ему похуй, что у него копье, совна. Это ему ебет мало. Он просто промахивается. Так, тут сейчас скинем копейщика. И потом сможем нормально зайти. Давай прицельным. 48. Ну, надо же попасть разочек. Ага, хорошо. Опасно, блядь. Ну, тут броня есть. Не очень страшно. На, застанем. Так, варианты. Сразу убить типа из-за деморали... Ну, они похуй, они, кстати, вообще никогда на деморали не выпадают. Даже не на немножко. 90% промахнулся. Ну, ебаный. Ну, как так, блядь? Ну, как так может быть? Эх, сейчас бы станцию. Ну, это, наверное, тебе. А мне вот, братишек бы. А мне бы, братишек бы, вот. Собаку, наверное, давай. Найс, пес. Всех отъебашил. Ой, со мной сейчас. Вот этого нахуй. На, блядь. Не сомневался. Так, их 4 человека. Раз, два, три, четыре. Ага, всех вижу. Не стреляй.
Арену Жан будешь проходить? Я даже не уверен, что доберусь до нее в этом моде. Он не такой простой, как кажется. Только сейчас начал бояться, когда уже сука, все съебались, прикинь. Уже все съебались нахуй. А он только начал чуть-чуть побаиваться. Так, немножко. Что-то мне подсказывает, что Барбос бегает на один тайл больше, чем может пробежать дядя кочевник-прачник. Поэтому он его не догонит. 6 месяцев уже убо. 66. Все, найс, отдыхаем. Да, он просто от нее убегает по прямой. А нет, показалось. Но он будет с ней хуяриться, что самое страшное. Поэтому нам бы реально бежать все еще. Потому что зверь может и погибнуть там от прачника. Так и будет, скорее всего. Нам бы было бы не стоять лучше, а бежать. Вартейлс будет. Вартейлс говно, к сожалению. Братья мне нравятся больше. Да, он ее убьет, нахуй, эту собаку сейчас. Но опять же, тут сработал момент, что я почему-то автоматически думал, что если он убегает, то у него нету решительности. А эти кочевники, они вообще решительность ни при каких условиях не теряют. Даже если они напали в 15 человек, вот все они лежат, один вполне. Он решительно убегает. Он решительно убегает. Сейчас он ее и убьет, кстати, на этом ходу, наверное. Так, ну тут вот под крепо уже подходит. Если собака переживет следующий ход, следующий ход она, скорее всего, тоже переживет, но она не... А, ну смотри, может и переживет. Может и переживет. Так, отлично. Она сейчас еще может и загрызть. Если бы за голову укусила, пизда бы была. Ждем-с. Так, ну а вот теперь его можно и прикончить. Смотри, Барбос выжил. Удивительно. Удивительно. Риса принесли. Каких-то там всякой хуйни. Две прощи, булава. Кайф. На привале. Когда караван становится, чтобы поправить разбросанное колесо, возвращать к работе, пока не знал, командир, груз прям таки просится к нам в руки. Не, ты чё, работаем, блядь. Не, ну что это такое? Мы ничего не забираем. Мы, блядь, честные ребята. Не, лагерь не стоим. Они, блин, устают, пока тренируются, и потом их нужно на отдых сажать. Впадлу пока. Они не офигели? Хотя переработку бы поставить. Кто? Кто? Уставать. Да. Оборзели вообще. Отдыхал. Кстати, раз уж мы заговорили об этом. Да? Интересно, сколько ждать, конечно. И нужно ли лагерем становиться, чтобы это происходило? Так, есть деньги. Это ремонтник. Это кухонь. Нет, вот ремонтник. А вот, это разборщик. Да, он уже разбирает что-то, походу. Это опять про МакГиннесса, да? Да, да. Так, это все тогда чепуха. Удобную хуйню здесь не продать.
собираешь 10 тысяч сыновей его. Одно из копьев. Угу. Инструмент не надо, вот уже можно, наверное, взять. Хоть и дорого, до жопы дорого, но взять можно. Двуручную пушечку какую-нибудь, может быть, где-нибудь, тоже нет. Уже он догонится, пройти караван. Еще есть караван. Пойдем с еще одним. Говорят, в лагере добывать можно лекарства. А, да? Идем, идем, да. Хорошо, заключаю контракт. Встаем, идем. Лагерь. Командная рубка. Целитель есть. Отдыхают три пацана. Пусть тренируются тогда. Кто еще отдыхает? Леон и Поппо. Поппо надо тренироваться по факту, кстати. Поппо нужно тренироваться по факту. Хавку мы полевая кухня у нас есть. Говорят, можно получить лекарство где-то. А где? А, вот, палатка снабжения. Поппа может произвести. Ну, пусть Поппа тогда производит. Поппа? Поппа. Поппа те лекарства производит? Угу. Блин, там есть пресеты, кстати, которые можно раскинуть. По дороге. Вы сталкиваетесь с человеком, сидящим на худой лошади. Шелудивая шкура, которая видела лучшие дни. Подходи, приветствую, раз ты готов поспорить. Несколько смелый, быстр. Гонг с лошадью, но нет, соревноваться будут не две лошади, а моя кобылка и вы на своих двоих. Если вы проиграете, заплатите мне 600 крон. Пошел нахуй, долбоеб. Может, ты с моей лошадью, блядь, посоревнуешься? Угу. Да собирайтесь, собирайтесь. Мне провизия не нужна. Хотя мы, по сути, ее тоже находим, блядь. Из-за гиены. Потому что... Тут кормят на караване, похуй. Тут есть собирательство? Да, тут дохуя что можно найти. Подорожник там. Угу. Вроде можно выиграть тупицей. У меня, кстати, есть тупица. Сейчас. Один из них есть, недалекий. Обаятельный. Кровожадный. Ну, у меня точно был тупой. Но я не вижу, чтобы он стал. Может, он умер. А куда мы едем, блядь? Хуй знает куда. 3000 рублей сейчас будет. Хватит ли это на топор какой-то? Он отъехал. Наверное. Ам. А вот теперь нам пизда. А вот теперь нам полная пизда. Хотя их 9 человек, я вижу только 1, 2, 3, 4, 5 прощистов. Может, кстати, у тебя был тупица, но он поумнел. Угу. Пошло. Я думаю, ждать не будем, будем входить сразу. Но с одной стороны. Ну, блядь, ну как так может быть? Один есть. Так сказать, без терпения. В лукаря надо сейчас будет копейщиком войти обязательно. На следующий удар готовим его. Что-то лучник охуел, да? Блин, подстанили. Ну не подстанили, поддейзили, по-моему. Охуеть! Ебать, он перемещается. На.
Закуси, блядь. У них, по сути, раз, два, три, четыре, пять, шесть ренжевиков, блядь. Значит, тут осталось раз, два чувака, которые делают вещи. Да ебать, ну почему опять через одного бота, блядь? Это же сколько можно? Мне интересно, она везде срет или только у меня? Просто если только у меня, то это сомнительное удовольствие срать здесь. Ай-яй-яй. А, нормально. Бля, он пыль в глаза бросил, сука. У крабика тоже. Потому что если бы нет, то я бы сказал, это самое хуёвое вложение, блядь. Срать у меня в чате, что там девочка-писечка подключилась какая-то. Надо участвовать, да. Бля, 59% не попал. Тут преследовать... Сейчас накидывать будут, суки. Не пустить. Ну и все, получается. Слушай, я... Хорошо, что у них много ренжевиков наролило. Они уже побежали. Ну как побежали? А у него дубина, бля. 70%. На. Попей. Эх, тут не хватает. Когда два шага делаешь, он уже не может ударить, к сожалению. Это страшно! За Фольберта-то. 70%. Есть удар. 61% в щит. Ножик достал. У этого хотя бы булавушка была. Он, кстати, без головы остался, без шлема. Блин, увлекательный ты мужик. Типа заигнорил, типа с копьем сзади у тебя. Надо собаку спускать, походу. На нахуй. Брони нет. Кусь его, блядь. Блядь, жалко, что за лицо укусило. Если бы за тело убило бы, скорее всего. Давай. Есть. Так, ну я вижу всех пятерых. Это же оглушение? Вот это похоже было на оглушение. Модель-киберспортсмен, залетай. Или если не чушпан, бля. Сука, трэш. И они не убегают, они продолжают бой. Но мы продолжаем бой. Сейчас еще втроем его отпиздят. Сейчас собака догонит кого-то из этих двоих. Есть. Нету. 59. Ай-я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 й. Просто побежали. Не, собака точно одного схватит. Не может не схватить. Да, блядь, заебали. Вы меня заебали. Ну и выйдет из боя, да? А собака уже одного схватила, чё это я? Тут тогда похуй. Он еще дерется. Блин, у них реально жесткий резолв. Они просто отказываются убегать. Если он выживет. Ногу надо пробить. Надо пробить ему ногу! А мы пробили ему кишки, блядь. Мы пробили ему кишки. Если сейчас успеть до хода собаки убить этого мужика, тогда может что-то и получится. А если нет, ну тогда нет.
Нормально, собака может его догнать. А этого я уже и сам не отпущу. Слышь, так мы никого не отпустим сейчас. Но надо все еще собаке подсабливать. Тут до пизды уже. Сейчас, если собака кинется в нижнего, то порядок. Охуеть, она схватила его. Она схватила его за жопу на последнем, так сказать, ходу, на последней клетке. А собака всегда фулл хпшная, да, даже после боя. Если у нее остается один хп, то на ней как бы заживает, ну как на собаке, да? Да, мужик, дерись. Почти. А, все, он уже побежал. Он уже и сам усрался. Догнать, догнать там. Куда? Злюга какая собака. Встать сюда просто, чтобы тыкать его. Пропустить все, пусть бежит. Отпустите его, блядь. Отпустите его. Все, готово. О, опять рис, денежки, травки, инструменты, даже какие-то боеприпасы. Кочевные приколы. Дополнительно, так сказать, дополнительно. Едем, едем. Ваш отряд пересекается с человеком. Несет ведро своими инструментами. Да садись, садись. 10 лет, как под наркозом, я работал говновозом. Интересная история, рассказал. Ебать, 10 кочевников прошли мимо меня. Чудо. Я помню, я как-то шел наверх на север с каким-то караваном. Это тоже стрим был по братьям. И на меня раза 4 подряд на одной дороге напали. То есть один раз напали, я разбил. Я уже думал, пизда. Второй раз напали, там уже все раненые, было пизда. Потом на третий раз вообще уже не было никаких сил. И нахуй, я не понимал, откуда они, блядь, берутся с этих гор. Да, варвары, варвары. Так, вот мы и здесь, отчет по лагерю готов, пришло время выдвигаться. Молоко там какое-то у нас, мы, видимо, корову, сука, надоели. Ебать! Ну, за это, наверное, мы ничего не получим. Так, все еще лагерем, кстати, встанем, ради мемов. Все, рассвет. Отчет по лагерю, пришло время выдвигаться. А здесь нихуя и нету в этом городе. Здесь нихуя нету в городе этом. Здесь нихуя нету в городе этом. Нету нихуя. Это, наверное, лучше продать потом. Гамбизон 65. Слышь, надо раздеть вещи. Типа так, так, так. Что там у нас? У нас какие-то просто приколы появились. Ой, блядь, что же я наделал? Сортировать. Так, ну внутри стоит мужик с гамбизоном, да? Ему можно налепить кольчугу. Теперь у него 115 на 30. На фронтлайне, если у тебя меньше 100, ты не фронтлайнер. Таков закон. Теперь вопрос по задним людям у нас. Я видел у нас... Кожаная куртка, ткань на правое плечо. А кого у нас нет третьего слота? А у тебя нету. На. Ткань. Так. Как вам, кстати, лицо и тело? Прекрасно, да? Замечательно сделано. Так, лучника укрепили. Не сильно его перегрузили. И при этом он, ну, держит удар, скажем так. Так, двушка это у нас... Простая кольчужная рубашка. А не, у нас двушки нету. И здесь тоже двушки нету у Виспера. Давай рубашечку сверху наденем, чё мы. И здесь рубашечку наденем. Чё мы без рубашечек ходим? На, вот тебе залупу эту. 20-30. То есть верхняя одежда кочевников лучше, чем залатанная кольчужная рубаха? Серьезно?
Жесть. 75. Так, что по броне? 117, 110, 135, 135, 57, 80, 85. Ну, нормально. Я бы даже сказал, лучника лишнего укрепили мы. Уже сейчас как все апнулись. Навыков нет, братишка, блядь. Ну нет навыков, что я могу поделать? Я могу только статы раскидать. Ужасно, блядь. Но ролл хороший. Копа стамини вдарим. Два навыка у нас. И мы не знаем, что ему дать. Этот парень не может быть мастером копья. А это древковое, потому что. По сути, он тоже как бы здесь временно. Ну можно что-то одно ему взять. Двужильности у него тоже нету. Не, так а что ему брать-то? У него, по сути, все кал. Он же, блядь, могильщик. У него ничего нормального нету. Лопатами он драться не будет. Два навыка. Надо брать оружие, а он не может. Ну возьму, блядь, раз он с этой хуйней. Но это опять же временно. Можно сказать, зря взял. Тебя можно покачать. Так, больше хп, а то мне что-то не нравится. И защита в рейнже. Так, вот лучник уже интересно. Голосом резервом сейчас читать ветер, оценивая путь стрелы в непредсказуемых условиях. Это очень полезно для уклонения стрел. Прибавку к навыку дальнего огня в размере третьей базовой защиты в дальнем бою. Прикольно. Быстро ты начнешь забегать стрел, посажешь умение, подает прибавку к базовой инициативе. Тяжелые камни, рожденные с щитом, вращение посохом, изворотливость, берсерк, убивать. Один раз заход при убийстве врага, это надо фронтлайнеру будет брать. Хотя лучник, когда он бьет по типам без всякой хуйни, тоже вроде неплохо. Гармония тела, безопасно общаться в любой зоне контроля в течение следующего хода. Ага, просто проходишь, тебя не пиздят. Это надо кому-то брать покруче, чем у лучнику. Хотя урон у него нормальный. Сколько стоит у тебя выстрел? 4 ОД. То есть после быстрого выстрела... Сколько у тебя изначально ОД? 8, правильно? Ты можешь выстрелить 3 раза, если убьешь типа с квикшота. Наверное, возьму. Слишком уж хорошо звучит в теории. Дальше, мистер... Мистер Ролл дерьма, блять. Так, и получается... Так, 4 слишком хорошо, чтобы скипать. Еще уровень у тебя. Как же ты хуйню ролишь, братан? 3 навыка, мистер Фольберт. Я даже и не знаю. Я даже не знаю, вы у меня кто драчун, а дебошир? Вы только недавно стали человеком, да? Удушение. А, он умеет пиздиться кулаками. А, он еще чему-то научился, блять. Так, вот мастер древкового оружия. Может ему дать? Блять, кстати. Мастер древкового оружия. Персонаж становится мастером древкового оружия, знает, как удержать врага на расстоянии. И тратит на стоимость... Если рядом, существует штраф попадания. А, он не может пока. Но потом он получит. Он получит то, что должен. А, я вижу колосса. А что это у нас инициатива? У него она, кстати, хорошая. По навыка. А, блядь, давай одаренного тебе еще. Сделаем из тебя мега-монстра, блядь. Как будто свапаться тебе не ошибка будет. Я тебе потом копье дам и на этом все. Так, тут нет. А вот еще есть действительно гэнгбэнг. Порядок. Вообще фул порядок. Стаминку, блядь. Накидываем, ребята. Больше стамины. Двужильности не предвидится. Никто не сделает двужильного из тебя. Кроме тебя самого. 78. Тут есть возможность... Блядь, тут тоже уровень. Да это ж пиздец. Тут хотя бы стамина есть. Я вот что думаю... Два навыка. Тут мы берем по-любому мастера топора какого-то. Раскол щита, круговой удар. Секира не получает. Подожди, нет. Мастер топора это такое говно.
А, нет, он топором тратит меньше выносливости, тогда норм. Сюда мы засунем топор, а вот сюда мы засунем, я даже не знаю что. Но неужели тебе лучше дать кабанье копье и будешь стоять на фланге вечность? Как будто да. И потом тебе еще взять мастер, а у тебя уже мастер стены копьев. Да, ты будешь вечно здесь гнить. Поздравляю. Второе дыхание. Когда здоровье опускается ниже 50 из-за первозабоя, становится выносливость с помощью неплохо. Заклятый враг орки, голос ветра. Это вороты, да? Быть занозой в заднице, блять. Хороший навык, полезный. Это что за пиздец, блять? Вот кто подумал, что добавить этот перк, это хорошая идея, блять. Я здесь что, главу инквизитора Эйзенхорна читаю, блять, или что? Ну что ж, добавить новую группу навыков персонажа в зависимости от того, что в данный момент находится в его руках. Правая рука всегда проверяется первой. Специализация. Гибридное оружие, левая рука аналогично правой. Что? 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 Щит? Вы получите группу навыков щит, потому что вот это правая рука. То есть если я возьму так и вложу ему копье, а я не могу. Нет, это левая рука, по идее. Одну случайную получите. Там мне как-то впадло. У него прокол надо для копья. Быть занозой для некоторых просто склон... Умение прорыв, пронзание наносит на 15%, а штрафы на метание копья не имеют штрафа. А что у нас за прорыв и пронзание? У меня есть только быстрый разрез. У меня нет прорыв и пронзания. Нахуя мне это надо? Нахуя мне проколы мастеру копья? У меня нету ни прорыва, ни пронзания. ХДД. ХДД. Главное, все напишем. Это другие копья, блядь. У него не копье. А вот это копье. Это тоже глефа. Вот это вот копье. Прорыв. А, так ты прав, да, получается. У него реально не копье. Тогда можно брать и ему копье может купить тогда. И нахуй все. Вот так, например. Попа, блядь. Попа. 95 хп. Ну, не взять ему хп тоже грех. Вот 100, мне кажется, хватит этому здоровяку. Один навык. Поберегись, блядь. Позволяет персонажу с топором заготавливать древесину во время... Да какая нахуй древесина, блядь? Дает 12 навыку ближнего боя при использовании топора, дровосека или ручной пилы. А все остальные плюс 3. Блядь, а почему же не при всех топорах плюс 12? Атлет. Рывок. Быстро 4 клика прямой не работает. Изнурение. Поберегись, упорный, малая цель. Что-то ему надо взять. Ладно, пока один навык, все равно повиси, попа, на линии. Мистер Сержант, блядь, 10 лет кача. Отмена. Мало хп. Что у тебя с хп, блядь, сержант? Что с жизненными силами, нахуй? Старый вояка. Здоровяка из него не выйдет, да, короче? Он уже не растет. Подгонка. Мастер щита. Заклятый враг разбойники. Разрез. Давай будешь мечом рубить. У тебя пиздатый боевой меч. Грех его не использовать, наверное, пока. Надо. Так, смотрим. Вот, это хороший смайлик. Как же он по-уебански выглядит, конечно. Вообще пиздец. Просто, блядь, у меня голова болит. Убираем нахуй. Я его когда вижу, у меня голова начинает болеть.
Так. Да, мастера меча давай тебе возьмем. Я смотрю, там у нас контратака, разрез, шанс попадания, вспарывание, меньше повреждений, контратака и меньше выносливости при ударе. Тема. Тут топор будем искать. Тут копье навечно. И попу, наверное, тоже будем брать что-то на оружие в будущем. Может, ему дать топор дровосека и пусть ебашит им пока, это ж дешево. Он нихуя не стоит, по сути, а ебашит он им будет, будь здоров, блять. У него будет там урон, как у пушки на тир выше. А у вас тут оружие есть? Нет, у вас тут нихуя нету. Это плохо. А топор дровосека у вас тут продается? Тоже нет, да? Жалко, блять. Нихуя нету здесь. Ребята, нихуя нету. Погнали вон в ебаную. 3300 денег, кстати. Или упорного ему может дать. Я вот не понимаю прикол упорного, кстати. Реально, я не понимаю прикол упорного. Что бы ни случилось, инициатива персонажа с навыком упорного уменьшается на 50%. Типа, что он будет ходить быстрее? Разве же это намного круче? Ну, типа, я бы не сказал, что это прям супер важно. Тут есть гораздо лучше приколы. Суперпозиции. Нашел, кстати, место. Найдите неизвестный брак. Место находится в степи. Можно было сходить туда. Еще одно укрепление. А именно нужен лагерь? То есть это не сработает? Нужно именно в лагерь, да, найти? Вот как такой. Так, ебаный хлеб. О, ебать, медицина дешевая. А хлеб дорогущий. И мясо тоже так себе. Тут все дорогущее. Он вернулся. Здорово, здорово. Инструмент, здесь все дорогущее. Здесь пиздец. Топор дровосека вот есть. Да, давай топор лесоруба, блядь. Ну, надеюсь, это одно и то же. Всучим ему сразу его топор ебаного лесоруба, блядь. Поберегись. И он древесину еще будет заготавливать. На вот нахуй тебе. Давай в центр. А подруге с фальшоном пока дадим копье. Временно. Но она потом тоже получит что-то хорошее. Это так ее, на фланг кинуть. И меняемся копьями. Тебе даем то, которое тебя повышает. Нет, нет, нет. А тебе даем другое. Дай одному за копье попы, ты забудешь. Да, я в позиции нормально. Я помню. Так, с этим решили. Ей по-хорошему либо топор, либо меч какой-то пиздатый. Хотя можно и дать ей мастера древкового и знаменем штрыкать. Это в будущем. Ладно. А зачем нам прачка? Гонец. И знать разбойников. Блять, звучит страшно. Похищенные дети, блять. Посередине пропадают дети.
Договор с ведьмами? Блять, как-то страшно, нахуй. Не надо, там пизда. Его, кстати, убьют нахуй, не умеет защищаться совсем. Его с этим топором, блять, его просто расхуярят. Опа, умер, можно сказать. А вот этот мужик, он должен уже бежать вперед. Со всех сил. Блять, а давай так и сделаем, слышь? Кто тут мужики? Есть какой-нибудь лошара? Слушай, скорняк как будто пригодится, блять, да? У нас не было скорняка, вот теперь будет. Так, скорняк, иди-ка нахуй ты взад тогда. Тебе, мужик, блять, мы даем знамя наше, блять, божественное. Хуярь с него. К скорняку мы даем, блять, глефу нахуй. Мужика поднимаем вверх. Даем ему ебучий фальшион. Нет, не тебе. Мужика мы поднимаем, даем ему ебучий, блядь, фальшион. Ебучий щит. Но, конечно, у него проблемы со здоровьем теперь. С броней. Че за ночнушка? Южный гамбизон. Во, слушай, может, южный гамбизон тебе? И на него уже захуярить все. Ну вот, всяко лучше уже, смотри, какой мужик. Какой жених, блядь. Жених какой, смотри. Так. Я себе. Это что за звук, блядь? Холодильник стал шуметь жестко. Надо будет потом разобраться, что случилось, а то непонятно совсем. Так, давайте думать. Копье на фланг, мечи, два копья на фланге. Вот так и стоим. Только, наверное, смещаемся все-таки направо. Все разом, ребята. Все разом. Лучника между. Такой план. И квест какой-нибудь на принять меры. Мы примем меры, да, больше, да, ж. Чудовищ выследить, чтобы не сидеть дома. Доверьте это профессионалам, ребята, мы и сами. Леон Сержант всегда питался довольно скромно. Вы знаете наверняка, честно, религиозный образ жизни, самодисциплины. Ешь, глупец. Ешь. Ешь, пей. Блядские жуки. Каждый раз, блядь, нападают блядские жуки. Тан-тан-тан-тан. 25, ну это пиздец, конечно. 36. Ну, попробуем. Охуеть. Получилось. Тут терпим. Это, кстати, поппу, бля. Его будут пиздить страшно, ребята. Даже страшно пиздить. Его будут пиздить чуть ли не ногами. Хорошо, что у нас здесь стоит копейщик сверху. Есть принцип просто скипнуть ходы и подождать. Да я и без яиц, с яйцами их заебашу. Охуеть. Неожиданный поворот событий, конечно. Хитрые пауки, блядь. Блядь, почти убили одного. Но всего одного.
23% шанс. 33% шанс. 33% шанс. Есть. Все, пошла резня. О, вот он, топорщик, топорист, ребята. Легендарный топорист. 65%, 66%. На нахуй. Тут запрыгнуть сюда надо и въебать по этому мужику. Бля, Скорняк, живи. А я Скорняку не дал каску с фонариком никакую, да? Ой, ну и пиздец. Так, тут подсейвить тоже. Скорняк, блядь. Так, тут надо встать так, так и помочь ему. Ну 92, выпало 93. Ну ёбаный пиздец, блядь. Ну это же просто, блядь, невыносимо. Ну выйти, выступить можно немножко. Парень выдержит, если что. Ну, блядь, Скорнячок, проблемки нахуй у тебя тут могут быть. Забавно, как он захуярил одного просто потому, что может. Так, драка пошла. Ну, лучник будет помогать тогда выбираться своим ребятам. Больше ему делать тут нечего, в принципе. 63, да, дважды, ага. 82, 97 ролим, кайф, кайф. Сколько тут надо? 65. Ролим 98. То есть, чтобы вы понимали, если бы я наролил даже, у меня был шанс 80%, я бы все три раза не попал. Потому что у меня тут все как у людей. Рот 90. Удивительно, блять. Попали с какого-то раза. 51, 56. 33, тут не попаду. Хотя надо пробовать. Молодец, Скорнячок! Вот хоть где-то повезло! Хоть где-то, блядь, повезло! Другу помоги. Эх, почти. Кого-то пиздят. Брейн Демолишера. Нет, давай прицельный. Лучше один раз, но точно, чем два раза говно. Найс. Ну, а, он же безумец. Он же берсерк, он даже может еще раз ёбнуть, если промахнется. Он же ёбнутый, реально. Ну, в хорошем. Ну, блядь, ну. В хорошем смысле. Чего пишет еще 5? У меня есть вопрос. Я вижу одного, я вижу второго. Чё пишет еще 5? Какие нахуй яйца, блядь? Я их поймал в дороге, блядь. Я их поймал в ёбаной дороге. Какие нахуй яйца? Чё, ночью их искать вообще охуенно просто. Не, вон еще один паук. Просто съебываются. По сути, если их сейчас заебашить, то можно не запариваться. А сказать, да, пусть идут. Они же уйдут? Все кончено, похуй. Так. И даже какие-то ядовитые железы удалось спиздить. Возвращаемся. Чисто ночью сходили, чтобы дома не сидеть. Подзаработать. Чутка. Все, ждем. Спасибо большое, мистер Чек Сталин, вам. Утро. Хватит ебаным лагерем стоять. Что-то усмогли поле числа, пришло время выдвигаться. А тут инструменты стоят еще... Я понял, нет, город здесь прикольный, да. Прикольный город, я говорю, охуенный, ребята. 10 из 10. Удачно вам здесь.
Я даже не знаю, что делать вам здесь удачно. Поеду в Эрцберг. Надо Скорняку, кстати, шапку с фонариком надеть. А у меня нет шапки. Так что шел бы он нахуй. Так, а в Эрцберге тоже, наверное, столько же инструменты стоят, я предполагаю. Нет, по 150. Но нет, тут большие 300. Можно 150 половинку купить. Я немножко возьму, ладно. Ну тут можно еще эту хуйню продать. И эту, я все толкну. Я все толкну, можно долго ходить. 10 инструментов. Работа здесь тоже имеется. Сейвик небольшой. И посмотрим, бронница есть. Блять, шапку бы, конечно, реально ему взять. Уж больно Скорнячок неуверенный. Тут всего лишь арморчик. 804 стоит, охуеть. Чё дорого-то так, блядь? Чё дорого-то так? Как будто надо брать зерно и пиздовать дальше на север. Здесь ничего хорошего не будет. Возьму зерно, попишу. А чё за работа? Караванчик может есть? Караванчика нет, ужасы в лесу. Уёбывать надо. Уёбывать надо. Нас 8 человек. Шо, лесом поторговать? Блять, постоять в лагере, чтоб тип рубил древесину и продавать ее здесь? Это хитрый, конечно, ход. Хитрый, конечно, ход. Я вот вооруженного гонца возьму. Да, поедем. Хорошо, только б не на юг, ладно. А куда ехать? А, вижу. Нормально, вот. По дорогам поедем. Тут как раз туда, где-то там бы я и хотел оказаться. Идеально. Идеально! Гнилой щит. Кого-то из гнилой щит? Деревянный щит. Деревянный. Привет, щит. Максим. Добрый вечер, чат. Меньше чем три жду Сталкер 2 в твоем прохождении. Посмотрим, да. Спасибо большое, не в себе. А рынок закрыт, меня здесь не обслужат. Тогда дальше давай. Блять, надеюсь, днем приду. Хотелось бы. Долго еще стрим будет, с работы домой бегу. Да-да, я еще постримлю какое-то время. Так. Ну, слишком много одинакового не надо. Есть черный рынок, но тут опять же... Все очень интересно. Шкура белого волка, блядь. 26 тысяч на продажу. Интересно. Мешок, блядь. Мешок, блядь. Чё за таблетки? Аптекарское чудо. Мощное снадобье от многих недугов. А на рынке у нас... У нас есть, кстати, шапки. Хуёвые. Здорово. Привет. Так, на, голову береги. Заебал. И шапку одень ещё тоже, чтобы видно было, что ты селюк. Ну, более-менее. Для бэка неплохо. Остальные все в моменте. Всем добра. Я только осознал, что весь чат и все зрители являются героями, так как ждут новую дозу видосов каждый раз и вдохновляются тобой. Ты стал настоящим героем, все же это твое призвание. Спасибо, странно звучит очень. Очень странно звучит. Так, слишком много геройства какого-то, ага. Дай флаг Скорняку, у него талант. Какой у него талант? В хорошем? Дровосек. Урон в ближнем бою. Пессимист. Какой у него талант? А,
Решимость. Талант на решимость. Ну, потом, когда он превзойдет, тогда и дам. Так, я бы хотел какую-то двуручную пуколку, если она здесь есть. Нормальную. Не говно. Но здесь ее нет. К счастью или к несчастью. Пожрать бы тоже не помешало. Вот есть хлеб. А, есть работа здесь еще. Вот это, конечно, бестяра. Тут прям срочно нужен либо молот какой-то боевой, либо меч двуручный, либо что-то. Прям очень просится. А еще навыка 2. По сути, двужильного надо брать и не париться. И потом сюда еще добавить что-нибудь еще. А вот тут Брейн Демолишера вообще хуй просышь. Мастер копья. А вот копье. Но у него, блять, защита в ближнем бою 56. Да, какой-то там щит дает. То есть 36 без щита. Он, блядь, лучше всех защищается. Но он хуёво дерется. Пока что. Ну это пиздец, конечно. Это пиздец. Ну будет стоять с Глефой. Куда деваться. У кого нет первого слота? У нее нет первого слота. У Леона. Но он пока и не нужен. Большой перебор. Вот тут нет первого слота. На, укрепись чуть-чуть. Тридцать. Она тебе? 25. Что-то плоховато. 35. Извините. Извините, извините, наебал. Держись, кузнец, бля, держись. Какая работа? Сопроводить караван, вернуть предмет. Вернем предмет. Вернем предмет. Сколько ты готов? Давай побольше. 860 дает. По следам надо пиздовать, я так понимаю. Как обычно. Методы расследования не изменились. Ёбаные горы, блядь. Воры 14 человек. Воры 17 человек. Это пиздец. Алло, сука, стоять. К оружию, блядь. Пиздец их дохуя. Там еще две собаки. Три собаки. Ай, блядь, еще и застанили первым же камнем. Так. На. О, у них есть лучник. Причем они, у них высота. А мы просто долбоебы. То есть есть, понимаете, есть отряд наемников, которые убивают чудищ, перебиваются, это их сотое сражение. И есть просто какие-то воры-бомжи, да, воры-бомжи, просто твари конченые, которые, блядь, склад, на складе воруют капусту, блять. И вот они занимают позицию на высоте, а мы, типа, долбоебы, бежим на них. Увлекательно. Нахуй, блять. Нахуй, блять. Вот эти в чем проблема? В построении, понимаешь, у нас не все так просто отходить на гору и в стамине. Важно, как мы вошли в бой, а не важно, отходи, не отходи там. Я знал, что он промахнется. Блять, как будто я не хочу идти пока. А это, кстати, у них стоит. 40 на 160, мужик, ты чего? Мужик, ты чего? Но они выстраиваются для того, чтобы подскочить. Блять, все его пиздят. Он не умеет защищаться со своим топором. Он вроде без головы. Но он жив. Окей. Ну, замордуем. Мы их замордуем, конечно. Без всяких... Без стены копья, без этой... Стены копий и все такое, мы все равно замордуем. Я вижу, человека шапка не надета. Надо как-то вот повнимательнее.
Да я пошел. Ты еще снизу стоишь. Ну, ебан, реально. Да, без щита. Угу. На этом еще три лучника. Резня, блядь. Страшная резня. 72. Ебать. Да, глефа, конечно, нормально. Артерию хуярит. Вот когда глефы попадаешь... О, не глефа, а... Ну, этой хуйней крестьянской. Савна? Совна? Не знаю, как правильно ударение ставить. Она там нахуй разрывает просто в ад. Да, не проблема, не промахивайся. Все равно стоишь, блядь, это в этом. Так, кого бы убить нахуй, чтобы сходить дважды? Ну вот как будто бы тебя. Ладно. Бля, его реально сейчас убьют, слышим? Мы уже почти шлем сняли. Мужик с топором в итоге заспавнился в кратере, блядь, и его ломают нахуй. Ох. Он побежал. Аллилуйя. Они оба побежали. Может и выживет тогда. Ох, лучник получил. Нихуёво так получил. Закроем пока этого несчастного. Он без туловища, но все еще жив. А вот так, если ебать, но когда он попадает, блять, но когда он попадает, это страшно. Так, тут надо было, кстати, шаг сделать и пиздить копьем у этого мужика. О, это, кстати, хорошо. Хоп, это раз. Теперь хоп, это два. Я говорю, хоп, это два. Ну и ладно. Не сильно-то и хотелось. Так, типы побежали, кстати. Блять, он без головы, но выдержал. Да вот этого нахуй. Ай-яй-яй. Пускай представляет, что рубит не людей, а деревья. Но надо ему передать. Так, вот это самый крепкий из них, кстати. Вот я боялся, что он по щиту ёбнет. Сейчас будем проверять, у кого топор побольше. Ну что, ребята, побежали? Он вас... Бегите от него, он ёбнутый. Он вас всех здесь захуярит. Всех. Этот тоже побежал? Да, этот тоже побежал. Можно выше встать тогда. Но он не сможет ударить, к сожалению. Пошла резня. Давай этого пробивать, потому что копье хорошее. Хотя этого типа может топорист убить наш. О, наступает. Ого. На, со мной тебе. Во, конец ему нахуй. Нет, не конец. Сейчас лучник застилит. Да, вот здесь один выстрел. Да, бля, что ж ты не можешь попасть-то никак? Собаку нахуй. Куси его нахуй. Та уже все, никто не отпустит. Бля, представляете, ведь он готов драться. Я не знаю, как объяснить, типа сломлен, но он нихуя не сломлен. Типа у него на глазах просто за 3 секунды убили всех, блять, из его отряда, из его саб-отряда. И, а ходом ранее убили всех его соотечественников. Что это, блять, вообще такое? Который во фронтлайне. Как он стоит здесь? Во имя чего он здесь стоит? Еще более удивительно. Давай его нахуй.
Сильный духом, реально, бандит. И мертвый. Скип. Ну, кстати, битва была не то чтобы сильно простая. Но получилось все неплохо. Патронов вот нафармили. А, как приятно. Мертвы. И мне там должны за это 860 крон. Да-да. Время вашего путешествия подвергся атаке пернатого снайпера. Дерьмо падает сверху прямо ему на руку. Кто-нибудь сбейте его нахуй. За преступлением всегда следует наказание. Наемники язвительно подшучивают, блядь. Стрела взлетает высоко в небо, теряет весту, срок довольно кивает, тыры-пыры. Ну, короче, там все порадовались, блядь. Сбили хуйню. За каждым преступлением следует наказание. Так, у меня там еда есть еще, инструменты заканчиваются. Мне нужно попасть в какое-то место, где есть кузня. Я могу увидеть плавильные печи, доменная печь. Вот здесь как будто бы есть кузня, да? Поедем туда, тут недалеко. Да и как будто бы было там. Как будто бы было там. А, точно, тут же стоит по 4000 все, ага. Так. Ну, мои возможности стали поинтереснее, конечно, с тех пор, как я был здесь последний раз. Кинжалы. Двуручные залупы. Окованные конченые хуйни. Палицы, баклеры, топорики. Старые залупы. Так. Дворянский меч. Вот как бы молот двуручный. Звучит респектово, да? 50-75, всего 1600 крон и есть эксперт на молот. А он на две клетки он трахает. А он штрафуется, если рядом? То есть, если у меня будет стоять мужик с молотом в центре, он будет штрафоваться, если будет бить рядом? Или нет? С перком не будет. Ага. Вот так это же тема. Как и топор, например? То есть, например, если я возьму секиру, да, эту ебаную, то она тоже не будет... А ну, мы сейчас посмотрим, блядь. Мы сейчас... Так я, может, топор возьму и секиру, и поехали, блядь. Она же может топоры носить, вот. Персонаж становится мастером топора, знает, как крушить щиты. Удары топором тратят на 20% меньше выносливости, менее раскол щита. А, да, секира не получает штраф. Так это же, ебать, разъеб. Я так и сделаю. И стоит это недорого. Мастера топора сюда. Снимаем эту всю красоту. Заходим сюда, берем секиру, которая ебет страшно, блядь, 70-95. Одеваем ее здесь. Ебать, вот сколько я вроде... Сейчас я скажу, сколько у меня наиграно в братьях, ребят. Наиграно у меня в них... Наиграно у меня в них почти 100 часов, 76 часов. И я только на 77-й час понял, что это охуенная стратегия, когда у тебя стоят два типа по бокам... С копьями никого не пускают, а в центре пацаны со специализацией, которые не теряют, типа, меткости и могут пиздить на два тайла. Им похуй, типа, они могут и на два, и на один. Как удобно, блядь, знаешь, типа, им как удобно, так они и пиздят. Это же просто прекрасно, блядь. Блядь, страшная сила должна быть. Этому бы тоже тогда что-нибудь дать, что у тебя с щитом? А, ты его проебал точно. Так, раздеваем, разбываем. 45. Возьми эту хуйню. Куда я спрятал кошачью еду? Куда ты это спрятал? Стреляй, не отдам. Так, мистер Ротар. Ужасно. Мистер Ротар, просто ужас. Вы навечно здесь сзади стоите, поздравляю вас. Вы навечно здесь стоите. Ну вот, учитесь тогда. Учитесь, учитесь. Дай мне штифу, которая защита большая на репостах будет. Это один из планов, да? Типа дать вот этому пацану. А он может с фальшона? Да, на контратаке типа его поставить.
Но это если он промахнулся. Понимаешь? А если он в щит попал, то не считается, правильно? Но да, танцует он, кстати, неплохо, скорее всего. Танцует, танцует. Я лучше ему, кстати, дам вот этот меч, наверное, даже. Боевой. Он получше, чем фальшион. 46-51 или 40-51. А этому пацану вручу копье. И буду таков. Теперь у меня есть танцор диско. Кстати, а есть специализация на... О, у меня не контратака, не имеет штраф попаданию. Во. Все, и танцор. Появился танцор, ребята, блядь. А, он же мастер меча. Блядь. Ну тогда у нас проблемы, нахуй. Нужно еще кого-то брать тогда. Слышь, нужно еще кого-то брать. Значит, правый фланг у нас держит одноглазый, блядь. Гэнгбэнг навсегда. А слева мы просто сами толкаем, и похуй. Нас больше нет. О, что с вами случилось? Разорванное ухо. А, да в тебя попали там. А тут по 400 рублей медицина, я помню. Нет, по 188, нормально. Возьмем. Возьмем, не страшно. И инструменты давать тоже по 125. Даже два. Так, что у тебя? Все разъебали, да, тебе? 30, тут может быть 45. Мне не нравятся наши головы. Как мы головы. Мы плохо бережем головы на фронтлайне. Тут что? Один, три, два. Ну, лучше. Лучше. Это как раз танцор, кстати. Сколько эта хуйня? 40. А тут 45. 30. Сейчас я еще раз быстро прогонюсь. Не, ну каски надо, ребят, ну что это такое? Бронница есть? Каски нужны, это все залупа. Ну по полтиннику за 150 каждая. По 230. По 230 штука. Давайте, три мне. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Одевай, одевай. Ну вот, смотри, уже по соточке у всех на башке. Нормальное вложение, ну. А деньги где? 100 рублей осталось. Сейчас работу возьмем. А, работы нет. Сейчас пойдем куяриться. Лесоруб можно взять еще навык на топоры лесоруба верхней строчки, чтобы бил сильнее. Да, он там на 15 бьет больше. Не вижу смысла их пиздить без квеста. Че вам нужно? Вооруженный гонец, пройдите караван. Бля, денег нет. Придется продать какую-нибудь хуйню. Вот эту. И глефу. И шапку. И что-то еще. И залупу. 140 рублей. Так, давайте думать, блядь. Сейф. Ладно, раз уж вы здесь... Раз уж вы здесь, мне просто нужно срочно денег. Давайте она довольная. Подожди, они все без шляп. Что ухо дает? Разорванное у него. Разорванное ухо. Минус 15 к инициативе. Ну, бывает. О! То есть, по сути, мы можем встать вот так и сказать «Давай!» «Ха-ха-хей!» Да? Вот так вот как-то он теперь делает. «Ха-ха-хей!» А пока он делает так, мы нахуй бьем ублюдков. Следующий! Следующий! Бля, где мои еще четыре? А почему второй раз не сработало? Стоит выстрел 4, правильно? Я убил, мне должны дать еще 4. Что за хуйня? Нечестно. Это же как смерть на взлете в Fallout. Имбоперк. Блять, я забыл, кто из вас... А, да, Брейн Демолиш, все правильно. Так.
Мы тут ждем тоже. Тут тоже подождем. А вот тут встанем и скажем: давай! Хе-хе-хей! Блять. Один раз заход. Ну это, блять, ограбление. Так быть не должно. И что с подскока потом ебану? Да я из глефа я тоже сюда встану. Хотя это, наверное, ошибка. И этого тоже. Я еще смогу ебануть. Я еще... Подожди, а как она сделала два шага и ебнула? Или это один шаг был? Просто мне так показалось, что два. Нормально будет все. Справиться. В итоге на репост и зря встал. О! Не зря встал в итоге. Нормально. Получилось неплохо. То есть, когда ему даже в щит попадают, он все равно пиздит. Блядь, довольно серьезная тема. Займем высоту сверху перед лучниками, чтобы они обосрались. Ужас. Хоррор стори, блядь, какой-то. Так, подблочим этих двоих. Приготовимся к наскоку. Тут с наскока ёбнем, типа, а потом... я даже не знаю. Бро, лови. Но у меня еще есть один быстрый. Бро, лови ты тогда. Ужас. Студентики, блядь, бегите нахуй. Это же просто ужас какой-то. Так, ну глифнист его убьет по-любому. Пойду подкреплю здесь тоже. Насколько не понадобится. Он все равно не уйдет никуда. Потому что ему пизда. Блять, нихуя себе, 78. Может и уйдет. Так, вот этот лучник сверху что-то понял. Что приближаются большие проблемы. 4. Раз, два, три. Кто четвертый? А, вот здесь 4 был. Я его не увидел. Ну, он ему... Не, подожди. Раз, два, три, четыре. А, все правильно, да? Приветик. Не надо стрелять. О, он сбежал. Поймайте его! Собаку за ним! Выпускайте зверя! Выпускайте зверя! Держите его! Догнать! Зверь! Догнать его! Вот так! Бежим за ним, ребята, бежим. Ну вы уже похуй, стойте там. Жалко, нет кнопки забыть про этих, знаешь, типа forget. Типа в сон их погрузить, чтобы играть только теми, которые тебе нужны здесь на другой части карты. Ошибка игражура. Сделать два шага, и собака бы дотянулась. Хитро. Так, ну если он еще раз от собаки сможет съебаться, значит он выживет, ребята. Выживет ли малыш Джонни? Не, малыш Джонни не выживет, к сожалению. Все. Переехали. Так, пожитки ваши давайте, блять. Мне нужны деньги срочно. Не сказал бы, что у вас их много, но мне нужно зарплатой платить людям чем-то. Так, сортировка. 20 это все кал полный. Да и 30 тоже. Вот 55 уже интереснее. И на бошку тоже. Копицу оставим. Дрянной лук. Все остальное нахуй. Один запасной щит, чтобы был. 300 рублей. Вообще, блять, ужасно. Просто ужасно. Какие работы? Вооруженный гонец проводить караван. Ну давай на караване поедем. О каком количестве крон мы говорим? Больше давай. Задушил, слышишь?
Задушил, едем, и теперь давайте станем лагерем, пока мы будем ехать и подумаем. Нам нужно лечить человека, правильно? А у нас нет медицины. А нет, у нас есть медицина, слышу. У нас есть и достаточно. 80, у нас 80 медикаментов. Медикаменты! Так, целитель лечить обязательно ухо. Дальше, ремесленник не улучшен, это все похуй. На тренировочной площадке тоже не важно. Ремонт. У меня был скорняк, кстати, у меня был скорняк. Вот только где он? Вот, ремонт. А скорняк хуёво чинит. Прикинь. То есть, если мы снимаем Виспера и ставим скорняка, которого зовут... Кто он, блять? Вот он. 10 ротара. Но он более-менее. Он более-менее. Но Виспер чинит получше. Лечит. А вот лечит ротар хорошо. Чтобы брейна снимаем, ротар лечит. На скорняке. И тут тогда эта подруга чинит. Отдыхать никому нахуй не надо, вы охуели что ли? Дозорный пост не нужен тоже. Тренировочная площадка. Все остальные, получается. Хотя, наверное, тех, кто... Наверное, на отдых лучше поставить тех, кто болеет. Я не знаю, работает так или нет, но я надеюсь. Стрельник. А из чего он делает? А с чего он делает стрела? Папа, а когда нам братика купишь? Сколько можно, блять? Братиков-то уже 8 штук. А стрельник он сам по себе их лепит, ему ничего не нужно для этого. Не забывайте постоянно выполнять боеприпасы, трым-прым. Из ничего делает, жесть. Оплатка снабжения. За припасами, лекарственные травы и растения. Охота нам не нужна тоже. Тут все остальное чепуха. Да и похуй, нормально. Выйти, лагерь, погнали. Работаем. Работаем. Куда мы едем-то? А, на севера? Ух, ебать. Я не помню, был ли я вообще когда-то там. Вообще бы по Куросаве 7 портков было бы охуенно. Не понял? А, типа, не понял. Все еще не понял. Может, 12 можно носить. Когда-то я был в лимитах 6, уже 12. Но драка будет точно. Все, мы починены, кстати. Починены и готовы в бой. Снял ремонт. А у меня и так все починилось. Мне нахуй не надо. Травмы излечены. То есть все здоровы. Да, все здоровы, ребята. Стоп лагерь, нахуй. Вы охуели. Вернуться в лагерь. Раз. Всем тренироваться тогда. Так. Всем тогда нахуй тренироваться. Кроме ротара. А что с ротаром, блядь? А что с тобой случилось? Разрезная шея. Как это произошло? Ты ж, блядь, был в порядке. Все на тренировку. Кто не на тренировке, попа пусть учится. Вот Клара пусть ищет травку тогда. А ты отдыхай. Целитель нужен. А он сам себе целитель, блядь. Он сам себе целитель. Рандомные травмы на тренировке. Блин, печально. Как же долго. А что случилось? Почему мы еле идем? Это пиздец. Лагерь не прожил. А. Нет снаряжения в очереди, очередь на ремонт отсутствует. Нормально, похуй. Пьяный мужик, ограбим его, ебать. Угу. Пошел нахуй. Вот это дело. Это дело. О, ублюдки напали. Опять северные ублюдки.
О, зато саундтрек хороший. Тут их можно принимать, пиздец, просто, как тебе хочется. Кто без шапки пришел? Да, блядь, не ты. Угу. Нормально. Обоим нахуй пробил, шею, плечо. Два выстрела сделал мужик. А это типа их вор-босс, вор-чиф пришел. Ну как-то у него выглядит страшно, на самом деле лох полный. Он копья метательные достал. Роковая ошибка. Потом после хода, чтобы вместе с окружением ёбнуть. Тут не важно. Так сработает. Можно пиздить, блять. Вот он ваш варбосс, блять. Или ты варбосс. Кто, сука, из вас всех варбосс? Как будто тут подождем. Тут подскочим, этого ёбнем нахуй тоже. Тут закроем весь низ вообще. Надо мужика совно сюда двигать. А Брейн это у нас тот, кто танцует. Это танцор, да? По-моему, это он, да. Все, спрятали. Они не хотят драться с ним. Как нахуй это может быть? Шо они закидывают, блять, вообще? Они сломали фул броню моему мальчику, блять. Подожди, серьезно, как это произошло? Его зовут Попа Здоровяк. Они попали 4 из 4. Написано, промахивается. Шанс 50, выпало 33. Это фоль. Дать. А можно как-то больше? Да. У них было 4 раза по 50 и по 60%. У него было. И все 4 зашло. Он бросает нахуй 9, 24. Кайф. Полный кайф. Полный кайф, блядь. Бля, лучника как-то надо теперь нахуй выжибить ему надо после такой хуйни. Я его совсем не заметил здесь. Там вроде караванщики помогают. Дай бог им здоровья. Ну я думаю, лучнику тут мало что светит по пизде. Вот тут проблемы будут. 70%. Кайф. Давай-ка, наверное, поменяемся. Ты вот сейчас сюда встанешь, этому мужику голову отрубишь, блядь. И на этом как-то порешается вопрос. К этому ублюдку подойдем лучше. Убивайте его нахуй, ребят, отлично. Молодцы. Низ мы все еще держим крепко за яйца, поэтому можно ебануть. А можно и не ебануть. При условии, если я встану сюда, эту клетку я тоже держу. А эта подруга штраф не получает. Я перекрою лучника. И вы теперь вообще никак сюда не подходите. А сюда разрешаю. С богом! С богом! Достаю тут. Ништяк. И брипосты? Но они же не могут сейчас заигнорить его, правда? Давай, сука. Давай, бля. Да не туда бьешь. Да блядь! Они его игнорят. Ну, это, примерно на это и расчет был, кстати. Так, один будет точный выстрел, но при условии попадания, может быть, будет два? Нет, не будет два. Ни при каких.
О, боги, блядь. Это просто невыносимо. Да. Так, у нас, кстати, есть раскол щита, если нам надо, но мы и так его забираем. Пес, бля, помоги нам, а. Кто-то мужик кидает свои копья ебаные. Достал. Найс, побежал. Это радует. Как будто танцы не ошибка, да? Все еще. Им все равно бить некого. Он их не отпустит, и они обязаны его бить. А пока они обязаны его бить, он их ебашит. Они не будут его бить. Не стреляй. Хорошо, не собака. Блять, там типы ебашут, будь здоров, блять. А, нет, они ебашут не будь здоров, они хуйню ебашут. У него шанс 24, блять. 24, он попадает, потому что выбрасывает по 18. Он не может его, он пробивает его просто потому, что он ролит 24% на каждый удар. Вот почему он его пробивает. Я думал, они реально умеют драться, блядь. Они, да им похуй, они ролят, что хотят, и все. А я на этом мужике не могу заролить 94. 95. Я 96 ролю. И поэтому у нас вполне равный такой компетитив бой получается. Дай-ка я рокернусь тут, а, с тобой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, остался только вот этот бэтбой. А я вот 96 бросаю. И я уже даже этому не удивлен. В самом деле. Он опять попал. Вы понимаете, он опять попал. Дендеролы, все точно так же. Давай, папуля, WYCCP. Давай. Спасибо. Бля, я боюсь, сейчас опять начнется этот дичь с нападением северян. Надо лагерь фиксить. Так, на отдых, на отдых, на отдых, на отдых. Все остальное делаем, как делали. Ремонт нужен. Так нет, подожди, все нормально. Это что? Оно стоит $1,000,000? Я не встал лагерем, да? Едем. Блять. По этот раз они не напали почему-то, но... А, нет инструментов, кстати. Кстати, да, травмы. Вернуться в лагерь. Что там у нас? Разрезанная шея. Лечите. Лечите. Инструменты закончились. А денег нет нихуя. Тут на севере, наверное, этих инструментов вообще не будет. Стоить будет по 500. Разбор хуйни, конечно, заказать можно. Блять, а нам еще дальше. Ну и пиздец. А, давай перерабатывать тогда. Реально. Ну это по 78, по 65. Так и перерабатывать-то и нечего. Перерабатывать-то и нечего. У меня также припекло.
когда в Балдуре мне на 4 уровня гоблины 2 уровня по 20 выкидывали да. удара, выносили вперед ногами супер забронированную Карлах. Это они могут, да. О, хорошо, что ты снова встал на ноги, братанчик. 70-80 в продаже, 75 в продаже в 5. Угу. 78 в продаже 5, сука, 10, 15, 5, 4, 5. Дубинка на 60 — это 4 инструмента. Блять, я не вижу. Я долблюсь в глаза, блять, что? Да, не по 10. Да и эту хуйню тоже. 9 инструментов это нам дает. Ну да, мы бы не продали это за 150, это точно. Да и копье тоже говенное, давай. Все равно 9 инструментов. Давай так, 10 инструментов и говяную шапку. И человек этим будет заниматься. Вот ты, попо. Я лагерем не встал. Ну, надеюсь, он по дороге разберет. Так, хорошее снабжение. Один инструмент сделали. Нет, он не соберет по дороге, он соберет потом. Все закрыто. Ждем тогда. Рассвет есть, хорошо. 2 единицы снаряжения. Пришло время выдвигаться. Работы здесь никакой нету. Деньги какие-то здесь есть. Можно взять хлеба и бежать нахуй отсюда. Эти штуки я продам точно. О, фенечки тоже продам. И это продам, и это продам. Готово. Смотрим. Работа здесь не связана. А сколько инструментов здесь? Сколько? По 120. То есть 240, 20 инструментов. Да, блядь, можно и взять, не обломаться. Все, съебываемся с этого ебаного города и ищем работу в другом месте, где-нибудь здесь. Можно взять 20 инструментов и не обломаться. Как будто, когда я получу 12 человек, и они будут более-менее одеты, да, на данном этапе, я смогу, наверное, какой-то лагерь пробовать попушить в пустошах. Так, крепость. Крепость тоже ничего мне не даст. И тут тоже мне ничего не дадут. Это все крепости, да? Типа, эти хуйни мне работу не предложат. Кстати, это так хуево наролило, прикинь, то есть замок, 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 замок. На дороге. Всем тебе нужно помочь. Он что, дикое животное? Можешь слишком близко, не скажем, здесь связь кровь. Не могу подразить жизни моих людей. Не надо его трогать. Он ёбнутый. Но здесь есть написано город, не дадут. Поселение. Отношения холодные. Что-то им не нравится со мной. Не дадут все равно. Отношения теплые. Город. А вообще, в город зайдут и дадут, смотри. Точнее, я зайду в город и дадут. Зайдут, дадут. Вот, пожалуйста, выбирай, что хочешь. Вернуть предмет 2 раза и перевозки. Сопроводить караван. Слушай, я сделаю сначала предмет тебе. Больше. О, да, косарь. И теперь следовать за этими уебками, да, вниз. Ну, пиздилки не избежать, конечно. Там поправились все? Ништяк. Если сержант даже качнулся. Хорошо. Блять, как же у тебя мало хп, сержант. Это пиздец. Но ты мастер меча, да? Рожденный со щитом. Загитрак разбойники. К показателям навык дальнего боя при разбойниках. А вот разбойники. Это только бандиты? На юге кочевники считаются разбойниками.
горемыка обязательно. Да ладно, я уже привык. Штраф к защите при окружении врагами меньше на 5. Горемыка, типа, это всегда всем надо брать? На юге кочевники. Ну, короче, видимо, он снимает за каждого человека на первой линии 5 за окружение. А ты всегда окружен 3 чуваками, если вы клэшитесь. Поэтому 15, да? Штраф снимаешься. Да ладно, я уже... О, воры, 21 человек. Да ладно, я уже привык. Ну, тут мастер топором по-любому. Мастер топора, он создан для этого. И потом еще здесь взять. И потом еще вот здесь взять. А ты мастер древкового можешь быть? Да. Все, поздравляю. Ты теперь, блядь, навечно со знаменем. Даже несмотря на то, что я хотел его отдать, я теперь его не отдам. Так, а вот ты даже не знаешь, что теперь с тобой делать, блядь. Может быть, ты тоже будешь древковым драться когда-то, а может и не будешь. У тебя хороший талант на решимость, но кто ее будет нахуй качать тебе, скажи мне. Я? Думаешь, буду? Не, не буду. Ну ладно, один раз. И 2 навыка здесь. Давай в одаренного еще вкинемся тебе, да? Ты же не против? Скажем так, так и... Ты... Ну ладно, еще раз решимость возьму. Чего уж тут греха таить-то? Может, я неправильно понял. Лютоволки, нацхеры... Так и направленного матовой цели не берутся в расчет. Двужильного тебе возьмем еще. Да, тебя одевать пора. Тебя нахуй пора одевать и швырять вперед щитом и мечом каким-нибудь. А в бэклайн брать кого-нибудь другого. Блять, так тут были воры. Вот они, 21 человек. К оружию. 21 человек. И это еще разбойники, блять. Не бомжи. Хотя вроде одеты как бомжи. Но не полные. Так. На прицельный въебало тебе. Блять, их можно прямо в этом проходе сейчас нахуй зажать. В 2 проходах их можно зажимать. Может сделать это? Это как раз танцор диска. То есть я возьму танцор диска, поставлю его сюда, сейчас на репостах он всех их убьет. Нахуй причем. На следующий ход. Пройти они уже здесь не могут. Этот мужик будет помогать штрыкать. Так, этого я подготовлю тоже в бой. И тут будет стена копий вот здесь. А тут будет смерть. План примерно такой. Подстраховочка будет еще здесь. Вот надо убить только собаку сейчас. Ай-яй-яй. Разбегутся, суки. Из-за этой хуйни они разбегутся. Хотя, может быть, сейчас, если убить собаку, то... Да сука, блядь! 95! Ну, можно их, в принципе, ебашить в этом проходе. Без всякой стены копий и похуй на все. Но они как раз сюда собираются. Это хорошо. Это хорошо. Тут один ход надо выстоять. Блядь, там сверху еще проход. Они лезут. Вот если бы хватило ОД, он бы уже 2 раза ебанул этой собаке. Нихуя, мужики, а вы одеты, блядь. Правда, шлема нет. Вот это роковая ошибка. Так, нужно сейчас ебнуть собаку. Блядь. 2 шага вместо 1. Да, сверху пойдут тоже, суки. А чё это такое? А чё это мы сразу все вниз побежали, блядь? На нахуй, блядь. Надо этого мужика наверх кидать, копейщика прикрывать. Прям сейчас. Похуй, работаем без стены копий всяких. О, ёб твою мать! На нахуй! Так, тут перекрываем, все хорошо стоим. Ждем с...
тоже приготовили. Следующий ход будем работать. Здорово, нахуй. Угу. Да, вот к этому меня жизнь не готовила, на самом деле. Я не знал, что здесь можно еще вот так пройти. Вот так, через собаку. А почему он не репостнул? Потому что она оба раза попала. Он не репостнул, потому что она оба раза попала. Брейн Демолишер, пес, промахивается, наносит щиту. Почему он не ударил? А почему он не ударил? Она же промазала. А, не, он не попадает. Он не смог попасть. Тогда похуй, раз он не смог попасть. Убей собаку нахуй. Отлично. И еще один выстрел на шару куда-нибудь. Куда захуярим? На высоту, блядь, пойдем встанем сейчас. До пизды тогда. 37 будет. Я нахуй не понимаю, как они двигаются. Тут стоят типы. Какой-то тип, блядь, из леса полного закрытого нахуй прибегает, становится сюда. У меня обычно, когда я сплю, знаешь, когда я сплю, я знаю правила игры во сне, да, которую я играю. У меня такая хуйня происходит, я думаю, а как он это сделал? Это же невозможно, блядь. Это же невозможно, блядь. На нахуй, еще и под этом. Но опять же, собака этот... А он еще на две тайла может бить, да? Посох может бить на два. Так, и он будет бить на два. Значит, надо ебашить. Начнем с тебя, нахуй. Продолжим, блядь. Тобой, нахуй. План не сыграл, кстати. Я думал, он здесь один сможет нормально, типа, делать вещи, но они на похуй пробегают через друг друга и просто до пизды. Окей. Ты еще не бежишь? Сейчас побежишь, блядь. Сука, все сейчас побежите у меня. На нахуй, блядь. Она еще не пришла, но уже бежит. Вот, сука. Гондон. Максим, проснись, ты уснул на стриме, во сне играешь в братков. Проснись и пошли в Starbound. 61% в голову, нахуй. Ай, почти. Нихуя там кто-то танцует. Так, вы в танцах, блять. А кто еще в танцах? Вот она в танцах. Нет, она не в танцах. Я 85 швыряю, да. Дэб. Как будто здесь и бессовно нормально будет. Окей. Между ним, вот этим мужиком сверху, и вот этим мужиком есть один тайл. И он его бьет по палкой. А между ней и вот этим мужиком тоже как бы. Ну, наверное, он бьет через этот тайл, да? Через нижний. А тут так невозможно сделать. Здорово, Максон, давно. Привет. ББ вообще есть конец. Какой майнквест? Ну, походу там пока не заебешься, но если кризис прошел, там еще поиграл, можешь считать, что прошел. Про конец я сам не в курсе. Как будто их еще не хватает, да? Ай, устал. Ой-ой-ой, голова чья-то улетела, блядь, только что. Головешка-то это того. Ушла. Спускайте собаку, похуй. Блядь, да, собака, высота для тебя была. И как ты догадалась, блядь, что мы для тебя высоту держали? Броня целая будет? А, типа она не успела ее сломать? Пизда собаки.
Ай-яй. Со следующего хода заебашим еще и этой. Да, Леон на самом деле флексит как может. Хоть его на репосты выставляй наверху. Немощь, блядь. Я выставлю, наверное, кстати. Сколько у тебя там защита? Я бы не сказал, что прям дохуя. Да, попробуем. На нахуй. Как же ебет Виспер? Вообще страшная сила, ребята. Страшная. Собака. А я вот не могу пройти. Ну, лучнику тут уже нечего делать. Можно сюда на высоту, конечно, блокинуть, там пострелять, но впадлу. И они просто перестали его бить. Блин, кстати, это так, это вообще на такого тупого, что когда ты выставляешь репост, они просто как бы, ну ладно, мы больше не будем бить. Сколько раз уже не попал по нему? Сколько раз уже по нему не попал? О боже. О боже. О боже! О боже, блядь! О боже! О боже, блядь! Подойти нахуй к разработчику игры, блядь! Показать два ложных движения и потом нахуй с правого хука его бам нахуй, чтобы он улетел, блядь! Через стол, блядь, нахуй перекрутился! Это просто пиздец! О боже, блядь! О боже! Не, ну ты не можешь сейчас не попасть. Ну, спасибо. Ну, я бы уже... Этого не... Все, собака выжила, ребята. Если кто-то волновался, блядь. Собака живет. Ну, и стрелы сэкономлены, похуй. Они не били. Они не били. Они просто стояли и смотрели, пока он в репосте был. Они реально его не били. На. Били, а я не видел. Не, ну... Блядь... Некоторые вещи просто выше моих сил. Понимаете? Тут вот как будто он его убивает, да? Тут еще один, но он убегает. Будто если у тебя меньше, блядь, 70% или, ну, 70% включительно, ты, ну, вряд ли попадешь. Этого просто не будет. Убежала, да? Трое, но я вижу всех троих. Интересно, собака захуярится сейчас об них? Может, да, вполне. Так, тут без штрафа.
Ну то потому, который собаку может бить, надо хуярить. Он побежал, спасли собаку. Тут тоже побежал. Все, мы всех спасли. Скип. Пускай убиваются. Все кончено. Ну, это все мне. Хороший товар. Мне еще и косарь должны там. За эту историю. У меня как раз все заканчивается. Ой, мужики, наверное, я с братиками все пока. Меня что-то это... Вот эта хуйня, она... Ты вроде побеждаешь, и все неплохо, но сам факт происходящего очень сильно тебя выматывает, блять. Это... Ты не веришь в происходящее. Невозможно. Так, заканчиваем эту историю. 100% понимания, блядь, 100%. Это просто периодически выше моих сил. Я вот смотрю и думаю, что за хуйня. Привет, Космопапа, как дела? Хорошо, спасибо, сынок. Наверное, я пойду немножко побегаю в башню и на этом закруглюсь.